эфире. Ну, собственно, вот такой у нас получился замечательный вебинар. На этом я хочу с вами попрощаться. До свидания. Я надеюсь, все, что я сказал сегодня, было интересным. Сколько можно уже говорить вообще и разговаривать. Ну что, а теперь начинаем новый вебинар, закончим старый. Здравствуйте, меня зовут Андрей Буйко. У нас сегодня очень красивая заставка для тех, кто не смотрит наш вебинар, который идет сегодня одновременно на нашем сайте, который называется duiko.guru, вебинар школы. У нас сайт дополнительно транслируется на моем канале, который называется канал IRTE Duiko Kailas, в моей группе в Фейсбуке. Поэтому у нас сегодня трансляции вот так совместились, они между собой соединены. Сегодняшний вебинар я хочу посвятить отношениям, а также объяснить, как делать так, чтобы в семье не появлялись очаги напряженности, что происходит, когда близкие угрюмые, почему мужчины раздражаются, почему женщины раздражаются, что происходит, когда мужчина и женщина не удовлетворены совместной жизнью и всем остальным, как с этим бороться, как определять, что происходит, если у женщины долго совершенно нет никаких отношений, и как влияет на мужчину отсутствие длительных отношений. Я сегодня бы хотел этому посвятить наши, собственно говоря, вот эти, наш, собственно говоря, вот этот вебинар. Почему я говорю, собственно говоря? Я, кстати, не люблю слова, которые засоряют речь. Я это говорю, потому что это так по-умному, знаете. То есть нужно... Я насмотрелся вебинаров разных, там, Ракова смотрел, Полиенко, Ковалева. Они так красиво разговаривают, знаете, у них такое большое количество междометий, каких-то деепричастий, каких-то прилагательных таких красивых. Нужно над собой поработать. Но я считаю, что на пути все-таки к передаче максимальной информации это может немножечко растянуть вебинар во времени, поэтому я упущу вот такие моменты. Почему я решил упоминать фамилии знаменитых эзотериков и других людей? Дело в том, что это позволит мне в дальнейшем делать мои видео релевантными в интернете. Поэтому я хочу иногда упоминать и таких людей. Ну что, начинаем. Итак, если у женщины очень долго нет отношений, и женщина не получает отношений совершенно никаких, то есть ее никто за руку не водит, к ней никто не заигрывает, глазами не моргает, письма не пишет, то что происходит с такой женщиной? Тире, такая женщина становится раздражительной и злой. Она становится раздражительной и злой. То есть, если подолгу у женщины нет мужчины, ее никто не целует, то женщина становится злой. А мужчина, а если у мужчины очень долго нет отношений, то он становится апатичным и меланхоличным. То есть, он становится совершенно безразличным. Ему ничего не интересно становится. Он становится, у него пропадают силы, ему ничего не хочется делать. И он становится нерешительным, апатичным, нецелеустремленным. Появляется ощущение вот такой вялости какой-то и так далее. То есть, если женщина идет по улице, и она раздражается, всем хамит, знаете, ей, значит, уже можно, к ней можно подходить, и с ней можно знакомиться. Это говорит о том, что она одна уже очень давно, и ей будет хорошо с кем-то познакомиться. А если идет и улыбается, и у нее лицо доброе, хорошее, она очень добрая, то тогда она кем-то занята. Все, тут все очень понятно. Если мужчина стесняется подойти, если мужчина глазки вниз опускает, стесняется, ведет себя как девочка на засватании, говорят так среди людей, это говорит о том, что он холостой, все в порядке. Тогда что нужно сделать? Ну, я не знаю, моргнуть ему как-то там, где-то. Ну, таким образом, апатичность это будет убираться. Как определить, мужчина и женщина свободны или нет? Мужчины, никогда не смотрите на женщину. Если женщина идет навстречу к вам и смотрит на вас, это говорит о том, что она, скорее всего, вас не видит в упор. Потому что когда женщина идет и смотрит вперед, то она никого при этом не замечает. Почему? Она в этот момент живет по принципу песни, которую спела Ольга Кравец. «Я богиня дискотеки, я богиня дискотеки». То есть, если она идет и в этот момент смотрит
и ваши глаза соприкоснулись с ее глазами, знайте, в этот момент вас нет. Потому что она, скорее всего, вас не видит. Но в случае, если вы стоите сбоку, и женщина, проходя мимо вас, посмотрела на вас вот так, как бы сбоку, не моргнула, а посмотрела искося, да, можно так назвать, то есть влево или вправо, это говорит о том, что она свободна. Можно сразу же говорить: девушка, вы уронили 100 долларов, не забудьте предварительно их бросить. И в тот момент, когда она повернется, скажите: я же увидел, видите, вы 100 долларов потеряли. Я бы мог промолчать, но вы такая хорошая, после этого нужно сказать: кто вам разрешил мне столько по времени сниться, ведь сните же ж всем врагам назло уже 10 лет подряд. Вот, наконец-то я вас нашел. Ну, естественно, не забудьте ту фразу, которая звучит как: мои глаза не видели такой красоты, как вы. И все, ее сердце будет навсегда ваше. Только нужно определиться в этот момент: вы точно хотите, чтобы оно было вашим? Потому что если вы точно этого хотите, то она, скорее всего, вас не отпустит. Естественно, могу сказать, что если женщина идет и не смотрит на мужчину, который стоит сбоку, то, скорее всего, она не обращает внимания, и, скорее всего, она занята. В случае, если вы хотите определить, мужчина холостой или нет, нужно посмотреть на его одежду. В случае, если одежда одного и того же цвета, если в одежде присутствует синий цвет, синие туфли, синяя рубашка, синие полоски на свитере, я не знаю, синие цвета телефонов и синяя куртка, это говорит о том, что мужчина, скорее всего, холостой. А если и живет с женой, то она его не любит. Также холодные цвета присущи мужчинам холостым. Также мужчина, который желает, чтобы у него была семья, обычно очень часто одевает все не по размеру. То есть у него выпадает живот, штаны рвутся на мотне, потому что он старается покупать одежду теснее, там футболки одевает так, чтобы живот торчал на 1.5 метра вперед. Ему кажется, что одевая обтягивающую одежду, он может казаться сексуальным, хотя я не понимаю, что это обозначает. Такой мужчина, ему кажется, что он должен выглядеть хорошо или красиво. Обычно эта одежда подобранная совершенно безвкусно. А также, когда смотришь на холостого мужчину, то обычно создается такой внешний вид, как будто этот мужчина неопрятен. Мужчина неопрятный-холостой. Мужчина опрятный, значит, есть женщина, которая ухаживает за таким мужчиной. А женщина? Женщина очень красиво выглядящая, опрятная, расчесанная, на высоком каблуке, грудь вперед, плечи расставленные, глаза сосредоточенные, ресницы большие, волосы зачесанные, все локоны ровные, ногти подстриженные, с хорошим запахом, холостая. Почему? Она воин света, она ищет себе любимого мужчину, она как воин готова найти его и поработить навсегда. Это никого не обижает? Ну, хорошо. Так, нужно вот так поближе поставить, и тогда будет всем слышно. И продолжаем. Андрей Андреевич, как избавиться от бывшего мужа, который живет в одной квартире с бывшей женой, но на квартиру никаких прав не имеет? Унижение и практики из первой ступени «Уходи в дождь» и «Горят мосты» не работают. Итак, как избавиться от бывшего мужа, который живет в одной квартире с бывшей женой, но на квартиру никаких прав не имеет? Я могу вам подсказать. Вызываете наряд милиции и говорите: в мою квартиру ворвались. Это очень быстро работает, серьезно. Если у человека нет никаких прав, то это не ваше дело. То есть в тот момент, когда этот человек находится в квартире, начните жить у подруги. При этом позвоните и скажите: по моему мнению, в этой квартире кто-то находится. И я никому ключи не давал, и я не знаю, кто находится. И у меня такое ощущение, как будто туда вломились, и что-то там происходит. После этого эта проблема уже не ваша, а проблема милиции. В моей жизни было такое. Когда-то сдал имущество в виде дома своего. Люди начали жить в этом доме. После этого я сказал, чтобы они съехали за неуплату. Но когда приехал туда и посмотрел, то оказалось, что их живет в доме там, на 200 квадратных метрах там 40 или 50 человек.
То есть это было 5 семей, которые привезли по 10 детей непонятных. Там. Они жили и на улице, они жили и во дворе, они и в гараже жили, и они где угодно там жили. Понимаете? При этом то, что было сделано с домом, потом ремонту не подлежало. То есть только костры не разводили. После этого я сделал так. Я им сказал, до завтрашнего дня вы имеете право находиться, а с завтрашнего дня вас отсюда выставят. После этого я утром позвонил в милицию и сказал, что я не знаю, но в дом я свой зайти не захотел, потому что там, по-моему, находятся люди, которые хотят или там что-то захватили мое имущество и что-то хотят с этим делать. После этого приехала милиция, всех упаковали и увезли. На этом история закончилась. Скажите, мне это помогло? Конечно. Правда, денег не заработал на этом и все. И я не говорю, что нужно кого-то посадить. Я говорю о том, что в этом случае лучше любых практик может работать эзотерика. Тем не менее, когда и так не получается, можно ли эзотерикой что-либо сделать? Конечно. Пишите на листочке бумаги, пишите «Мой муж, фамилия, имя, отчество, со своей бывшей женой, фамилия, имя, отчество, живет в моей квартире». После этого рисуйте квартиру в виде 4 стен. Поняли? Рисуйте на белой бумаге квартиру в виде 4 стен. Сейчас я нарисую. Муж Петя и его жена Галя. Пишу, муж Петя и его жена Галя. А это моя квартира. После этого делаю так. Начинаю рисовать большое количество решеточек. И делаю вот так. Рисую решеточки. Делаю вот такой символ каждый день по одному символу. Куда я их деваю? Эти символы после этого я беру, они сутки лежат, разрываю, в ведро выбрасываю. Новый символ рисую. И делаю так каждый день. Я вам говорю, если вот так вот делать, вот так заштриховывать, причем чем меньше будет вот эта решеточка, тем лучше. Очень быстро этот человек не сможет жить в вашей квартире и, скорее всего, переедет и больше вам мешать со своей женой не будет. Работаю на друзей, но хочу на себя. Подскажите, пожалуйста, в какой сфере мне себя искать? У нас есть очень хорошая вещь такая, она называется «Внести пожертвование». Нажимаете «Внести пожертвование», оно находится вот с этой стороны, вот прямо я тыкаю пальцем. И когда вы внесете пожертвование, пишите «Пожертвование внесла», я положу рядом с собой свой телефон сейчас. Когда я увижу, что вы мне оплатили, то я вам буду что-либо подсказывать. Это будет по-честному и не позволит всем остальным меня юзать. Первая ступень 2015 года и предыдущие рассказаны вами в каждом вебинаре. То есть философия школы уже распространена бесплатно. Значит ли это, что практики первой ступени не будут уже работать, учитывая, что вы новую первую ступень запускаете? Нет, первая ступень как работала, так и будет работать, даже в бесплатной записи. Сегодня хорошие слова написала женщина. Первая ступень, которую подарили, это подарили новую жизнь. Когда я дарю первую ступень, то я не просто дарю человеку ступень, я еще и своего рода делаю вот такое преподношение в виде новой жизни. Но вы, наверное, столкнулись с тем, что когда вы начали дарить первую ступень своим знакомым, то большинство из них начало отказываться и не захотело это даже смотреть. Почему? Этих людей полностью удовлетворяет их жизнь, вы представляете? Им нравится жить так, как они живут. Поэтому если у них жизнь вот такая им нравится, ну, конечно, пожалуйста, пусть они живут тогда и не лезьте. У разных народов мира есть свадебные обряды. Обвязывание запястья лентой, разбивание стакана, как подобные обряды влияют на супружескую жизнь. Я знаю, у меня в моей жизни была такая ситуация. Женщина старенькая такая, моя подружка, я в доме, где она жила, и жили ее внуки, снимал помещение, в котором арендовал офис. В этом офисе я находился несколько лет. Эта женщина попросила меня поприсутствовать на свадьбе ее внуков. Когда внуки женились, она наменяла огромное количество, вот целое ведро 10-копеечных монет или там 10-рублевых монет, одним словом, 10-копеечных каких-то монет, по-моему, это украинские монеты были. И вот когда муж и жена
начали идти и выходили из дома, то она сзади них, прямо им на спину, вылила вот это ведро 10-копеечных монет. И эти монеты, они рассыпались во дворе, их было очень много. Со мной шел мой друг, его звали Арон. Он был не русский мужчина. Завтра у него шаббат. То есть какой национальности можно теперь гипотетически предположить. Когда мы шли с ним, он говорит: я сейчас буду возвращаться, все деньги пособираю. Я ему говорю: не стоит деньги эти собирать, потому что эти деньги – олицетворение тех несчастий, которые должны произойти с этими молодыми. И если ты эти деньги соберешь, у тебя будет очень много неприятностей. После этого, если детки собирают, то дети своей вот этой искренностью, какой-то внутренней чистотой, они убирают это все. А в случае, если взрослый мужчина собирает с целью нажиться, то он может очень плохо нажиться от этих денег. И вот что произошло. Он приехал и собрал эти монеты. У него буквально через неделю появился сиборейный дерматит на лице, сиборея на голове жуткая в виде коросты. Руки и ноги все покрылись коростой. О чем это говорило? О том, что, скорее всего, он собрал еще и болезни тех близких, которые были вот во время этого обряда, ну, были проведены обряды, а он эти деньги собрал. И после этого у него очень все не получалось. То есть я с ним потом, после этого, где-то полтора или два года находился рядом, и могу сказать, что жизнь у него просто накренилась. То есть если раньше с ним рассчитывались, перестали рассчитываться, он разошелся с девушкой, которой жил, там начались проблемы со здоровьем и так далее. Я ему все время говорил: зря ты эти деньги насобирал. Он мне потом сказал: да я эти деньги уже выбросил, они мне уже не нужны. А это не имеет значения. Обряд совершен, ты собрал, хоть ты их выбросишь, хоть нет, это не имеет значения. То есть должен кто-то убирать. Это знаете, как после праздника христианского дать кому-нибудь помыть полы в церкви. Вот тот, кто помоет полы, на несколько лет станет очень больным человеком. И ему будет жутко не вести в жизни. То есть он соберет все горе, которое есть у людей, которые посещали эту церковь. Церковь же может быть эффективной или более эффективной. Поэтому, когда люди входят в церковь, они выбирают такую церковь, где эффективность была еще больше. Так вот, батюшки некоторые об этом знают, находят молодых девушек и после этого просят после праздника какого-нибудь помыть полы. Оля, ты мыла полы? С дочкой, да? Конечно, вот те неприятности, которые были вами забраны, были забраны у огромного количества людей. Хорошо, что это был не Софиевский собор. Выбрали молодых, потому что считается, а что молодая? Ей ничего не будет, у нее впереди целая жизнь, понимаете? Подсвечники вытирали. Ну, не делайте этого никогда вообще, особенно после Пасхи, потому что вам будет конец. Нельзя никогда соглашаться убирать пол в храмах, мыть полы, вытирать подсвечники и что-то вот такое делать. Это очень больно. Это приведет к жуткому горю. И батюшки, которые просят это, делают это специально, они 100% это знают. Поэтому ехидные такие. И денег не дают, потому что это нужно обязательно сделать бесплатно. А еще, если в этот момент дать человеку конфетку или рассчитаться конфеткой, то у человека забирается энергия денег, и он всю жизнь будет работать за конфеты. Или налить чарочку вина, то он всю жизнь будет работать за чарку, понимаете? Ну, не чарочку, а рюмочку, да, правильно? Черная магия. Я всегда говорил, что в церкви черная магия используется. Скажите, пожалуйста... Ой, извините. И кому же все-таки мыть полы в церкви? Пусть полы в церкви моет батюшка, и его матушка моет полы. Правильно? Они имеют право. Это их заведение. Вот пусть и моют, что вы лезете туда. Чтобы прихожане, они молятся Богу. Причем тут полы? Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, про эзотерический смысл, принцип действия мантры. Мы читаем, а что мы слушаем. Оба варианта работают одинаково, ничего подобного. Когда вы читаете мантры, то эти мантры работают где-то так. Они работают как ветер, который чуть-чуть дует от вентилятора. Когда вы слушаете шумы, ситхи саунд, то это вы подошли к морю, и с него осенью дует жуткий сильный ветер, который вас сдувает.
Когда вы начинаете читать заклинания или используете коды, когда вы начинаете дышать, это как вы летите на самолете на высоте 6000 метров. После этого вас попросили вылезти на крыло и там стоять. То есть у вас ветер есть там, наверное, не только ветер, а совсем все сдувает. А когда вы слушаете шумы, сделанные как коды второй потенции, или коды такие продвинутые, вот, которые я буду завтра с вами отрабатывать во время вот этого сангая, это как бы коды уже второго уровня, то это как уже, не знаю, выйти в космосе и после этого чувствовать, как дышит планета Земля и так далее. То есть это уже совершенно иные, совершенно другая эзотерика. А мантры — это всего лишь просто воздух от вентилятора. То есть выключился вентилятор, нет воздуха. Включили, есть воздух. Вроде и жарко, и под вентилятором не жарко. Пока вентилятор работает, воздух есть. Как только вентилятор, мантру перестали слушать, вентилятор погасили, мантры дают облегчение, конец. То есть они не дают изменения яркого, они дают мягкое облегчение жизни. Мантры работают так. Если каждый день читать мантру по 108 раз, то тогда ваша жизнь поменяется и начнется идти это изменение спустя минимальное количество времени, 300 дней или 1 год. Получается, вот то, что вы 129 плюс 129, получается 278, да? 258. Что я насчитал, да? Это зависит от того, я вам должен или мне, да? Естественно, в случае, если вот есть цикл времени, вот цикл времени, он звучит так: 258 дней, через 258 дней та мантра, которую вы читаете сегодня, будет с вами работать максимально. То есть вы почитали мантру Манипхадры, засеките или поставьте ее максимальное действие на карте или на календаре, это будет через 258 дней. После этого читали сегодня мантру Манипхадры, денег нет. Потом 258 дней прошло, вы уставшие, после ангины пришли в магазин, у вас огромное количество продаж. Вы говорите, ну что ж такое? Что ж повлияло? Может, луна хорошо повлияла? Нет, это вы когда-то читали мантру Манипхадры. Перестала голова болеть? Ну, видишь, я тебя спас. Мыть полы просили. Да знаете, как много просят мыть полы? Они замучились с этими полами, знаете. Они чернокнижники какие-то, черноцерковники какие-то, ужас. Если эзотерические обереги для дальней дороги, мы едем с Уренгоя в Краснодар на машине, ваша ученица, вторая ступень. Нужно взять в одну руку яблоко, а в другую руку грецкий орех. Если в левую взять яблоко, а в правую руку, или положить в левую руку яблоко, или в левый карман яблоко, а в правую руку грецкий орех, и поехать в какую-нибудь дорогу, то никогда не случится никакой неприятности. Это имеет свое объяснение, какое объяснять не буду. В этом случае можно еще сделать вот что. Лоб намазать, извиняюсь за подробности, тилакой. То есть взять ароматическое масло и просто смазать лобик вот так. Если взять и положить в левый карман яблоко, а в правый карман любой твердый орех какой-нибудь, ну, можно кокос, мускатный мягкий, да, грецкий, лесной, да, жменьку тогда, пригоршню нужно говорить по-русски. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как венчание влияет на семейную жизнь? Могу вам сказать, что венчание менее влияет на семейную жизнь, чем обряд, который называется печать в паспорте. Почему? Когда вы поставите печать в паспорте и родите ребенка от мужчины, то в случае, если вы будете разводиться, то вы имеете возможность забрать хотя бы часть имущества. Машину распилить, квартиру забрать. Вы же, скорее всего, что-то заработаете совместно, возможно. Возможно, не всегда, конечно. Но, знаете, и такое бывает тоже. Так вот, когда вы распишетесь и поставите печать, то вы имеете возможность потом претендовать на часть имущества. А если вы повенчаетесь, то вы хоть говорите, хоть не говорите, при разводе вам ничего не достанется. То есть, возможно, ничего не было, и, возможно, там заработали, и, возможно, после этого мужчина вам скажет: я самый сильный, а ты слабый, тут твоего ничего нет, это все на мне записано, свободно. Тогда что честнее?
Знаете, когда, допустим, расходятся мужчины и женщины, и они были венчаны, то ничего не происходит. Они и дальше женятся, и дальше разводятся, и дальше что-то происходит. Нету никакой кары Божьей за это. То есть я понимаю, что вот, допустим, представляете, обвенчались в церкви, а потом мужик посмотрел налево, и у него пипетка не функционирует. Понимаете? И после этого я понимаю, поздравления. Почему? Это Бог, значит, повлиял на этого мужчину, и он больше не может ни с кем. Вот это я понимаю. Вот как нужно было бы, чтобы это работало. Понимаете? Я извиняюсь, тут есть молодые женщины, извините за подробности. Тем не менее, я понимаю, что вот, допустим, повенчались, и после этого мужчина там с кем-то женился, и нету судьбы, нету жизни. А это никак не работает. То есть это работает только с позиции сделать праздник, корону над головой подержать, знаете, свечки эти позажигать, батюшке там денег заплатить, песни попеть. То есть это красивый обряд такой, который на самом деле, ну, никак совершенно не влияет на отношения в семье. Крепче семья не будет, отношения лучше не будут, потому что хоть ты венчанный, хоть ты не венчанный, все зависит от того, кто дома улыбается. Если женщина всю жизнь прожила, она всю жизнь матюкается с утра, там кричит постоянно, вытаращивает глаза, не может никак собраться, ее чувства впереди мозга бегут, то тогда в семье счастья не будет. Если мужчина апатичный, ничего не хочет делать, все время лежит и очень много разговаривает, такой умный до того момента, пока не нужно что-то делать, то тогда тоже жизни совместно не будет. Знаете, есть даже пословица, я ее придумал. У каждого все получается до того момента, пока он не начинает что-то делать, понимаете? Потому что стоит начать что-то делать, и оказывается, что ты не умеешь ничего делать. Может, есть у вас в копилке знаний мантра или эзотерический обряд, который действует на близкие? Сыну 25 лет, очень полный, я жутко переживаю. Очень хороший есть семинар, называется этот семинар «Эзотерика для похудения». Он очень хорошо работает, там рисовать букву «Н» нужно, там подкручивать вот там живот себе указательным пальцем, читать какие-то мантры. Есть очень много людей, которые за счет этого обряда перестали поправляться и даже похудели. Самый простой способ, который сегодня могу подарить или который могу рассказать, это способ изменения программ. Люди думают обычно, знаете, как женщины, я очень рано начал встречаться с девушками, там, в 20 лет, наверное, или в 25 уже. И мне всегда нравилось, как женщина ест, и после этого сразу же трогает себя с левой и с правой стороны. То есть, насколько она поправилась. Нарос уже жир или не нарос? Это часто я видел в своей жизни. Естественно, я могу сказать, как врач, быстро нарастание не происходит. Это происходит обычно на протяжении нескольких дней. Жир не нарастает за одни сутки, может произойти отек. Вы должны трогать свои бока и щеки, если вы на ночь выпиваете 3 литра пива. Тогда можете трогать свои ноги, щеки там, и так далее. Тогда это говорит о почечной недостаточности, общем отеке. Кстати, лучшее средство для молодости. Знаете, с вечера 3 литра пива, а утром ни одной морщины называется. Лицо как барабан. Естественно, я могу сказать, что в случае, если человек живет по программам, которые выглядят так, человек пришел и говорит, надо же, Андрей Андреевич, я уже не знаю, что делать, что не съем, от всего поправляюсь, уже от воздуха начну поправляться. Самые страшные слова. Теперь ты от воздуха начнешь поправляться. Теперь хоть не дыши. Что же нужно делать? Нужно вот так себе ударить в лоб и сказать, блин, ну как так получается? Что не съем, от всего худею. Съем 100 грамм мяса, худею на 100 грамм. Выпью 2 литра чая, худею на 2 килограмма. Вот это да! Что ж такое со мной произошло? Может, надо на русском говорить. Может, что-то поделано мне вообще? Вот это да! Ничего не могу понять. Что ж такое? Все, вы установили программу. Получается, теперь не забудьте кушать для того, чтобы худеть. Получается, как человек ставит себе программу «Я от воздуха худею» и всем жалуется, он может жаловаться всем от того, что он «Вот это да, ничего не могу понять, что не съем, от всего худею». Ну как же так может быть? Вот чем больше съедаю, тем сильнее худею. Что ж такое?
После этого попробуйте кушать, без сомнения. И вы увидите, что вы действительно за счет этих программ начнете худеть. Это очень хорошо работает, просто многие не верят. А вот те сумасшедшие женщины, которые в свое время поверили в это и начали есть, по-сумасшедшему, наверное, нужно сказать. Они потом мне писали письма о том, что Андрей Андреевич, конечно, мы в шоке, но, как ни странно, это работает. То есть 3 раза сделали, поставили программу наоборот. И после этого главное не забывать об этом. А вот забывать нам все-таки иногда приходится. Огромное спасибо за прошлый пятничный вебинар. Вы на все 100 показали, как работает эзотерика. После вашего щелчка... В субботу продала на рынке все, что у меня было. И даже всю эту неделю везло в продаж. Спасибо за такой яркий пример, как работает эзотерика. Вы понимаете, эзотерика – это то, что делает человека могущественным. Это могущество. Дело в том, что человек, который занимается эзотерикой, профессиональный эзотерик – это не тот, кто очень хорошо разговаривает. Я вообще разговаривать не умею. Но я вам хочу сказать, мне это и не нужно. Почему? Человеческая судьба так устроена, что человеку хочется заработать денег, деньги прокутить. Человеку хочется иметь огромное количество комфорта, то есть он хочет жить на широкую ногу, не заботиться и не думать о завтрашнем дне и чувствовать себя при этом хорошо со своим здоровьем. Вы согласны с этим? Так вот, это может сделать исключительно эзотерик. Потому что обыкновенный человек, он должен конкурировать в среде обыкновенных людей. Обыкновенные люди, им для того, чтобы зарабатывать, нужно много работать. Им для того, чтобы конкурировать, нужно быть либо умнее, либо сексуальнее, либо там, грамотнее, либо еще каким-то. Эзотерику ничего этого не нужно. Он должен знать определенные знания. Как определить эффективность эзотерика? Эффективность эзотерика, она не определяется за счет того, что человек говорит. Она определяется за счет того, что человек имеет. Представляете? А? Конечно, конечно. Профессионально. Я могу сказать, что это как бахвальство сейчас звучит, но в моей жизни у меня не бывает проблем с бизнесом никогда и нигде. Не бывает. Этого не может быть. Почему? Это уже программа. Понимаете, почему? Точно, не знаю. Чем хуже остальным, тем лучше мне. Ну как так получается? Тебе плохо, да. У тебя не получается с бизнесом, да. А как тебе плохо? Ой, очень плохо. Я ничего не могу понять. У меня каждый раз все хорошо и хорошо. Все лучше и лучше. Куда ни плюну, везде процветает. Обалдеть. Смотрите, это похоже на программу. Знаете, как ненавидели меня? У меня было 2 собрания, когда приглашали меня в школу, где я учился в свое время, где одноклассники встречаются. Первый раз, когда я приехал, я молчал, сидел и улыбался. Второй раз, когда я приехал, то все начали стонать. То есть выпили там чуть-чуть, и потом начали стонать и говорить, там, не получается, а ты Славика знаешь, он от СПИДа умер, Алешу знаешь, да, Алеша, наш одноклассник, там, от цирроза печени умер, а как у тебя дела? У нас плохо, там, трактор поломался, еще что-то произошло. Я говорю, я вообще ничего не могу понять. У меня что-то такое произошло, куда ни плюну, всюду прорастает деньгами. Вообще, дуну – деньги, лег – деньги, утром просыпаюсь – деньги, везде деньги вообще. Не успею сеять, как на следующий день уже вырастает. Год ждать не нужно, везде одна пруха, стабильная. После этого смотрю на эти лица и думаю, что я морозю, знаете, почему? Потому что лица были перекошены, потому что они хотели, чтобы... появился тот человек, который бы соответствовал их пониманию жизни. А я, получается, как белая ворона, начал выпадать из общей концепции их общих идей, понимаете? Но я не хвалился, я просто констатировал свои факты жизни, понимаете? Я им правду говорил. Так вот, они несколько лет назад встречались, а меня не позвали. А почему? Я телефон не меняю. Он у меня как был 10 лет назад, так и остался. Это о чем говорит? О том, что они живут в своих программах, и им неприятно, чтобы находились люди, которые могут их программы разрушать. Почему? Почему я не нравлюсь вашим близким, которые смотрят, как вы смотрите вот эти вебинары? Я им не нравлюсь, потому что я тот человек, который является киллером их программ. То есть они хотят, они живут так, как они живут, и они живут в комфорте. Вся несчастная жизнь начинается с того момента, когда человек удовлетворен своей персональной жизнью.
То есть, если человек удовлетворен своей жизнью, это говорит, и он живет в комфорте, это говорит о том, что он дальше ничего иметь не будет. Конечно, в своем комфорте ничего не будет. Начинается все, или движение начинается с дискомфорта. То есть нужно обязательно себя вывести в состояние, когда у тебя появятся либо долги, но это для нижних таких вот начинающих эзотериков. А для тех, кто работает более профессионально, это просто мотивация. То есть сначала человека начинают заставлять двигаться долги или болезни, а потом в дальнейшем это мотивация и мечты. То есть я хочу этого или я хочу, чтобы у меня это было. И эти мотивации или эти идеи, они потом начинают вдохновлять, и человек начинает в их сторону шевелиться. Представляете? У меня когда-то был мужчина такой, и мы с ним встретились на морском курсе. Он говорит: Андрей Андреевич, у меня постоянно разные женщины, я живу с женой, у меня бизнес не получается, хотя я очень стараюсь работать и так далее. И вот не знаю, как справиться с любовницей, не знаю, как справиться со второй любовницей, и не знаю, как справиться еще и к двум любовницам, хожу, еще где-то есть любовницы и так далее. Я ему тогда сказал, ну, грубо я назову этого человека Васей. Я говорю: Василий, послушайте, ваша проблема заключается в том, что вы просто возьмите и один год проживите ради той женщины, с которой вы живете. Старайтесь в это время не смотреть на других женщин, старайтесь в это время жить ради этой женщины, старайтесь не тех водить в рестораны, а свою водить в рестораны, старайтесь не тем давать подарки, а своей давать подарки, старайтесь не тем покупать цветы, а своей носить цветы, старайтесь не о тех мечтать, а о своей мечтать, старайтесь свои мечты реализовывать рядом с ней. И постарайтесь сделать так, чтобы вот у вас было, он говорит, ну, у нас так много всего уже потеряно, она там, ну, нельзя может этого говорить, но я все не скажу, где-то это выглядит так. Она мне не удовлетворяет постели, потому что она холодная, ну, и как-то мы уже давно живем, и она там чересчур, там, и началось, там, она чересчур волосатая, слепая, нищая, глухая и так далее. Ну, я извиняюсь, что такие подробности говорю. Хотя он полностью описал себя в этот момент. Я ему говорю: послушай, если ты мне поверишь вот сегодня и сделаешь так, чтобы у тебя один год, кроме твоей женщины, не было никого другого, а проживешь этот год ради своей дочери, ради своей женщины, то спустя год ты можешь мне сказать, что это неэффективно в ходе увеличения твоего материального благополучия. И я готов потом понести, там, вот сколько ты закончил ступеней, там, 3, закончил морской курс, вот я тебе отдам деньги за ступени, за морской курс, приезжай. После этого этот человек является почитателем и поклонником нашей школы. Объяснить почему? Потому что он через год встретился со мной и говорит: я никогда даже не думал, что если я буду жить ради своей женщины, то у меня так попрет с финансами. А я говорю: а ты обрати внимание, что в тот момент, когда ты начинаешь лезть влево, вправо и думать о чем-то, то у тебя в этот момент и начинаются все твои проблемы, которые связаны с финансами. А ты попробуй, вот это как, знаете, тоже духовный рост и тоже как определенная борьба. Помните, я говорил когда-то во время вебинара, я уже говорил, что каждый может быть сексуальным, у каждого могут быть там другие женщины, другие мужчины, но не каждый готов прожить ради одного человека. Так вот, что сложнее, прожить ради одного или прожить как попало ради всех подряд? Конечно же, веселее прожить как попало ради всех подряд, но прожить ради одного – это духовный путь или духовное становление. Вы знаете, я молодежи постоянно это говорю, даже если уже что-то произошло и сосредоточиться, и жить ради одной, то это большое счастье, даже если она там как-то не нравится. Объясню почему. Я когда-то во время семинара уже говорил эти слова. С умной может каждый мужчина. Сила мужчины начинается в тот момент, когда он начинает жить, я не знаю, с бешеной, сумасшедшей, нервной, там еще какой-то. Это тогда выбирает себе максимальный духовный рост, максимальный. Мне, конечно, не повезло в моей жизни. Мой духовный рост, он более мягкий. Мне повезло жить с женщиной умной, доброй, хорошей, понимаете. Наверное, Богу понравился. Наверное, я ему не понравился. Андрей Андреевич, я на него не обижаюсь, он мой друг. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, а если бабушка-соседка просит пол помыть, можно? Да, конечно, можно. Если заклинание лечит болезни и органы, то препараты ТФ не понадобятся?
Все зависит от уровня вашей психической энергии. Уровень психической энергии зависит от того, сколько в течение дня человек испытывает состояние радости и удовольствия. Я счастлив от того, что и дальше начинается. То есть скажите себе, научились ли вы... Вот смотрите, а где же накапливаться эта энергия радости и удовольствия? Она должна накапливаться в цицилиндре, в аджарном котле и в котле сублимации. Там это должно накапливаться. А человек говорит, я прошла первую ступень, и у меня не получается, и я хочу читать мантры, избавляться от всех заболеваний. Можно ли мне препарат ИТФ не принимать? Тогда где вы ее успели накопить, эту энергию? Где она у вас накопилась? Где эти аккумуляторы? Я говорил когда-то, что котел сублимации, он накопление в нем происходит там 2 года. В аджарном котле может до 7 лет происходить накопление энергии. В цицилиндре, это объединенная энергия, может происходить накопление энергии на протяжении там 18-20 лет. Понимаете? То есть, когда человек станет по-настоящему эзотерически мощным и сделает так, чтобы... Там заклинания или коды помогли вылечить орган полностью там, за один день, спустя 18 лет ежедневных практик. При этом эти ежедневные практики должны быть, среди которых основная практика, это я от всего испытываю состояние удовольствия и радости, пассивное. То есть вы пьете чаек, а в голове уже, ну и вкусный, я его почувствовал. Угу. Или там с вами кто-то разговаривает, а вы не раздражаетесь, говорите, о, да, и вот так вот, бедненький, бывает, там, после этого, ну, вот так вот, понимаете. Почему? Это накопление психической энергии. Как происходит растрата психической энергии? Я могу рассказать вам. Когда был прошлый пятничный вебинар, я вот так щелкнул пальцем, то тогда я изменил судьбу нескольких... там десятков тысяч людей, потому что присутствовало там 16 тысяч человек во время этого вебинара. То есть 16 тысячам человек я потратил, на этих людей потратил свою психическую энергию. Какое у меня было состояние? Я домой пришел, и у меня уныние. Вот так вот сел, и Соня говорит, что такое? Я говорю, потратил психическую энергию, ты представляешь? Ну вообще, и... Никакой радости. Сижу вот так, думаю, так, возьмись, нужно собираться, нужно радость накапливаться. Дети уже спать легли. Поспал, утром встал в унынии, как не всегда, в состоянии апатии. И что нужно было делать? Зная, как это работает, я начал вновь накапливать психическую энергию. Каким образом? Я решил дома не находиться, а поехать в магазин. Зашел в магазин, я накапливаю психическую энергию, потому что я коммуникационный такой человек. У меня там подружки разные. Подошел, сначала поехали, купили там какие-то детские вещи. Потом поехал в магазин, большой супермаркет. Я знаю всех продавцов. Подошел к одной бабушке. Как дела? Она меня за ручку трогает. Здравствуйте, вас давно не было. Как ваши детки? Я говорю, мои детки хорошо. А как ваши? И мои хорошо. Несите мне, есть у вас курочка? Есть курочка. Ну, взвесьте. Она пошла мне отпилила этих курочек. Там, потом пошла мне мясо какое-то там. Я поездил. Пошел мне рыбу споймали какую-то, там почистили. Я с этим человеком еще разговаривал. Все у меня, знаете, как в батарейке. Знаете, батарейка садится, есть видеоигры, там человек из ружья стреляет, и звук такой, там звук такой, сначала звук такой, ту-ту-ту-ту-ту-ту, а потом бум-бум-бум-бум-бум. Вот я приехал, у меня звук был такой, бум-бум-бум. А потом я уже, когда выходил из супермаркета, то у меня уже психическая энергия была такой, та-та-та-та-та-та-та-та. И все, я уже вышел, у меня хорошее настроение. Домой я пришел, начал на детей смотреть. Дети начали создавать хорошую эмоцию. Одна обнимается, другая папа на ручки возьми, третья облизывает. Эти играются, я с ними играюсь. Того за ногу схвачу, того укушу, знаете. После этого жена красивая, решил приготовить для всех какую-то еду. Там, когда дети легли спать, решил там пописать, порисовать. Кино какое-то включил. Для чего? Оно мне не надо, кино. Они смотрят кино, я смотрю на них. Почему? Им приятно, хорошо, я чувствую себя настоящим мужчиной. Ура! Они смотрят фильмы, я накапливаю психическую энергию. Понимаете, у каждого своя судьба. Психическая энергия накапливается так. Я утром встаю в субботу, наливаю ликер амаретто, маленькую рюмочку. У меня есть золотая рюмочка, инкрустированная рубинами. Мне очень нравятся рубины. Я очень люблю этот камень, он мне очень нравится. Изумруды и рубины. Да.
Ну, бриллианты, естественно, само собой. Но сам носить, если бы сам носил, носил бы изумруд, если жене дал бы бриллиант. Тут, наверное, увидели у Сони красивые бриллианты. Не бриллианты, а рубины, да. И они настоящие. И могу сказать, что вот я наливаю рюмочку амаретто, после этого поднимаю, говорю, целую неделю Бог старался сделать все для того, чтобы у меня было хорошее здоровье. А теперь я хочу выпить за хорошее здоровье Бога. Почему? Мало людей, которые желают здоровья Богу, но он тоже существует, понимаете? И я пью за его здоровье. И после этого я пью за его здоровье и закусываю обязательно большой ложкой красной икры. Оно приятно, это такой ритуал, мне уже утром готовят, там, когда я просыпаюсь. Приятно, наслаждение, детей обцеловал, жену поцеловал. У нас каждое утро начинается с того, что я спускаюсь вниз и всех обнимаю. Я не знаю, нравится или не нравится кому-то, мне это не беспокоит, мне это даже не интересует, собственно. Почему? Я человек, который озабочен над тем, потому что мне для работы нужно накапливать психическую энергию, все остальное мне не важно. Как я справляюсь с эмоциями, которые иногда возникают? То есть эмоции ментальные, допустим, Алена меня ненавидит. Она пришла, смотрит, допустим, семинар, а в голове, чтобы он сдох, я его ненавижу, скотина толстогубая. Там большеносый цранукель там какой-нибудь, Ален, конечно, это не те, не тебе. И после этого вот зажрался, красную икру жрет, буржуй там. Часы меняют, как перчатки. Там, да, да, и не работает практически. Скотина, чтоб ты сдох, да. Мы тут вообще, тут выборы, тут люди голодают и так далее. А он нормально себе существует и все, всем врагам назло. Конечно же, это потом сказывается на меня, и в дальнейшем я прихожу домой, и эта энергия, она проникает сквозь оболочку моего физического тела, даже если я ставлю программы. И у меня, ну, если честно сказать, по-честному, если, то у меня такого не бывает. То есть меня не проникает ничего уже, почему? Я научился это идентифицировать и не обращать на это внимание. Но у людей обыкновенных часто бывает, что они ходили-ходили где-либо, ехали в метро, там кого-то там терли попой, а этому человеку не нравилось. И вот он стоит и говорит, блин, задолбал этот человек, воняет здесь, стоит передо мной. Вы же не чувствуете, как вы воняете? Вы же себе, человек же себе не воняет. После этого воняет тут, стоит передо мной, скотина там, разлеглась тут там, или своей попой толкается, там, орет, или там телефон одела наркоманка, или там вот такой модный телефон. Ну, знаете, многое всего бывает. В магазине кто-то, на улице мог кто-то там на вас посмотреть и так далее. Вы домой приходите, у вас целый день было хорошее настроение. Пришли домой, а оно испортилось. Почему же оно испортилось, ваше хорошее настроение? Потому что эта энергия, которая шла в ваш адрес негативная, она проникла и стала вашим внутренним миром. Она сконцентрировалась на уровне сердца, и ей нужно куда-то выплескиваться. На кого она должна выплескиваться? А там жертвы. Мама, муж, дети, там кто угодно. И начинаются претензии. Там, не убрала, как ты могла, как тебе не стыдно. Или, ну, вы понимаете, получается, целый день было хорошее настроение, потом кто-то это заляпал, а потом вас начинает раздражать. Как же быстро убрать вот такое раздражение, чтобы его не было? Нужно находить это раздражение в себе, и не человека нужно посылать, а то раздражение, которое в середине вас находится. То есть тот момент, когда вы чувствуете раздражение, попробуйте найти, чем вы его чувствуете, сконцентрируйтесь на нем и пошлите его матом. То есть тот момент, когда вы хотите на ребенка наорать, найдите в себе чувство, которое заставляет вас наорать, и это чувство пошлите. Сделайте так два раза или три раза и забудете, что у вас такое когда-либо было. Это эффективный метод адвайты. То есть без борьбы, получается, вы ментальную энергию, а почему нужно матом послать или самым грубым словом? Дело в том, что когда вы толкали кого-то попой или кто-то вас ненавидел, то этот человек был компенсатором или конденсатором максимальной злобы. А такая максимальная злоба, она идет, вот коза, чтоб ты там... Да, грубое. То есть это было грубое. Ее нельзя там, ой, отстань, пожалуйста, меня не трожь. Так не бывает. Ну, пожалуйста, больше не нужно, не попадайся. Что это там, я тебя прошу, отпусти меня. Ничего подобного. Только боксом. Лучше
Да, Алена. Алена хороший вопрос сказала. У учеников котлы перевариваются, да? Возможно. Но там же есть еще алкоголь, который пережигает котлы. То есть потом смотришь на морском курсе на человека, котел должен быть круглым. А после этого приезжает человек, а у него котел не круглый, а там какое-то подобие этого круглого котла, в котором там где-то что-то там висит, понимаете? И после этого понимаешь, что такую эзотерику даже давать не хочется. Почему? Алкоголь сжигает энергии, которые строит человек в середине себя. Не, ну я понимаю, если бы по чуть-чуть. А когда же не по чуть-чуть бывает? Бывает же так, что там, 0,75 вискаря, знаете, и на следующий день 0,75 на похмел, конечно. После этого котел сгорел, и после этого он должен что-то пережигать? Ну нет, конечно. Его нет, а он потом должен строиться спустя время. То есть его нужно строить, а у человека недостаточно психической энергии, потому что пока на ступени я могу помочь построить. Я даже иногда... Когда только начинал школу свою, я иногда расстраивался, потому что ребята спустя год приезжали на морской курс, я смотрел вот на то, что происходит с этим человеком, и меня всегда расстраивало. Я думал, что лучше не давать вот эту эзотерику, или лучше ее давать в видоизмененном виде. Почему? В свое время я давал исключительно практические занятия или практические методы, техники, практики. А в дальнейшем я начал понимать, что построив вот такой реактор в середине человека, этот человек начал пить, допустим, алкоголь, часть реактора или оболочка реактора взорвалась, после этого радиация вышла, этот человек все время получает какие-то потоки радиации. Вместо того, чтобы помочь человеку, человек сам себя поломал, получается. И после этого я на это смотрю и говорю, ну ты же в этом виноват. Естественно, после этого я начал думать о том, что все-таки необходимо давать еще и философию или вот какие-то психологические взгляды. Когда вы говорите о том, что, Андрей Андреевич, вы начали давать во время бесплатных вебинаров большое количество философских доктрин, которые есть на первой ступени, то я могу вам сказать, что вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь в следующем. То, что я даю, вы уже все знали и сами. Я вообще ничего нового не придумал в своей жизни. Все это известно. Об этом писали Геродот, Авиценна, Громозорг, какие-то великие ученые, великие философы, и Фрейд, и Юнг, и, наверное, Александер, и даже там Ковалев. То есть кто угодно там участвовал, там Росси, кто угодно участвовал, и у кого угодно было вот такое большое количество информации, которое сейчас еще и появляется во время того, когда вы в Фейсбуке находитесь или в Ютубе, там постоянно выбрасывается информация. Живи одним днем, будь счастлив, там вот там какие-то притчи, знаете, там раздражало много бабочек, но отвлекся от всех бабочек, они стали просто настоящими листочками, измени свое, или там волком можно кормить, или с волком нужно бороться, чем больше волков убьешь, тем больше появится, или там, а он ее перенес через воду, и после этого второй монах на него обиделся, потом они пришли, один монах говорит, ты не должен был ее перенести, он говорит, зачем ты ее перенес, а второй говорит, я ее перенес за 10 секунд, а ты ее до сих пор носишь и так далее. Вот этих притч их очень много, знаете, и вы их читали, вы читали высказывания большого количества умных людей. Но вы же это читали, и где же это все делось? Тогда почему оно никак не повоздействовало? Ведь тысячу раз человек читал о том, что необходимо радоваться, необходимо не тянуть из прошлого какие-то идеи, необходимо жить настоящим временем. Тысячу раз каждый читал, но доходит только у Дуйко. А почему здесь вмешивается эзотерика? И здравый смысл. Почему? Потому что недостаточно сказать, нужно еще и объяснить, нужно еще к этому плавно подвести и дать доказательство, что так будет легче. Понимаете? И это уже называется научить. А вы это все знали и так. Поэтому, когда вы говорите, допустим, люди говорят, вы не говорите, а там какие-то люди говорят, эта вся философия, она есть во всех ваших вебинарах. Но... Вебинаров на сегодняшний день выложено 2,5 или там 3,5 тысячи часов. Это что сейчас человек должен вместо первой ступени просмотреть 3,5 тысячи часов? Тогда что лучше для человека все-таки? Первую ступень закончить или 3,5 тысячи часов смотреть? Конечно, первую ступень, чем 3,5 тысячи часов. Это везде есть. Так
человеку некогда, у него времени нет. Помните, я говорил о концепции абсолютно богатого человека? Хотите, я ее повторю еще раз? Концепция абсолютно богатого человека – это это прима, секунда, терция, кварта. Это квартернион и трио. Что это такое? Это я умею считать на итальянском, видите. Это квартернион и трио, или триада. Триада заключается вот в чем. Когда я не работаю или когда я не предпринимаю, я обучаюсь. Когда я не предпринимаю и не обучаюсь, то что я делаю? Отдыхаю. Отдыхаю. Поэтому триада в моей жизни, она присутствует. Если я не работаю, то я обучаюсь. Если я не обучаюсь, то я работаю. Если мне не хочется не работать, не обучаться, я тогда отдыхаю и нахожу возможности отдыха. Разумно это? А у нас как делают люди? Они отдыхают. После этого давай предпринимай что-нибудь. Хорошо, я буду предпринимать, но буду отдыхать при этом. То есть я посмотрю YouTube, я полистаю какие-то страницы, после этого, ну давай, предпринимай что-нибудь. И дальше начинается, я не могу, почему в этой стране очень плохо, невозможно ничего сделать. Для того, чтобы выращивать грибы, нужно сначала купить грибы, а чтобы купить грибы, нужны деньги, а для того, чтобы заработать деньги, нужно грибы продать, а для того, чтобы грибы продать, их нужно вырастить, а чтобы вырастить грибы, нужны деньги, а для того, чтобы деньги заработать, нужно грибы вырастить, а для того, чтобы их вырастить, нужно грибы продать, а чтобы продать грибы, нужно вырастить, а чтобы их вырастить, нужны деньги. А чтобы деньги заработать, нужно грибы посеять, понимаете? И как бы у человека появляется такой замкнутый круг, который приводит к апатии. И после этого человек говорит, я не знаю, у меня апатия, я не знаю, за что браться, за что хвататься. Выход из апатичной ситуации выглядит так. Первое, что ты имеешь? Что ты можешь продать в себе или из себя? Что ты можешь продать? Мозги не подходят, допустим, да? Ну, я не знаю, сердце не подходит. Когда я говорю сердце, то я о чем говорю? Ну, человек умеет врать или хорошо разговаривать, или быть коммуницирующим человеком, то есть у него очень развито сердце. Мозги, специальность какая-то имеется, то есть там я могу быть логистом, могу там быть еще кем-то, знаю, как приготовить там холодный фарфор. Вы знаете, как приготовить очень, как заработать быстро деньги? На спор, Андрей. Вот смотрите, Андрей здесь сидит, да? Вот если он сейчас мне поверит и сделает, как я его научу, то он уже до конца следующей недели заработает 10 тысяч рублей. 10 тысяч гривен. Тебе надо 10 тысяч гривен? Хочешь заработать? А мы проверим и после этого у него узнаем, захочет он плюнуть меня или нет. Смотрите, как легко готовить. Как легко можно быстро заработать деньги. Скажите, дорого ли стоит грудинка куриная? Давайте я скажу, сколько стоит куриная грудинка. На сегодняшний день куриная грудинка стоит 12 гривен килограмм. Сейчас. Куриная. Не-не-не. Так. Чуть-чуть дороже. Конечно. Я чуть-чуть способ, да. Можно купить оптом ящик 70 гривен килограмм. Ну хорошо, 70 гривен килограмм. Берете куриную грудинку в виде филе. После этого закладываете или засаливаете в соль. После этого выкладываете и соль эту. Лежит оно в соли 2 часа. После этого достаете, лежит в воде 4 часа. После этого бумажечкой вытираете и сверху посыпаете перцем красным напополам с черным перцем. После этого цепляете на веревочку, и оно у вас висит всего лишь четверо суток. Получается великолепная, великолепная куриная бастурма. Сколько стоит куриная бастурма? Она стоит дороже, чем сырая грудка? Конечно, она получается красивая, прозрачная, желтая. Но какая же она вкусная, если бы вы только знали. Скажите, сильно сложно? Кто может вас научить? Я не знаю, как люди не умеют этого делать. Открывайте ютубер. Я специально так коверкую слова. Открывайте YouTube и там изготовить бастурму из куриной грудки, изготовить бастурму из рыбы, изготовить хамон в домашних условиях из барашки, изготовить из баклажана хамон, там, я не знаю, там что только нету.
Там только начните. Это так легко. Оказывается, бастурма, которую люди покупают за сумасшедшие деньги, ее дома приготовить можно там, за 6-7 дней, за 8 дней. Она будет вкуснее в 100 раз при этом. Скажите, бастурма дорого стоит? А ее легко продать? А что же ее продавать? Порезали на кусочки при этом, отнесли на базар, поставили возле мясного ряда тети, которые торгуют колбасой. Весь готовый бизнес. Хотите, я вам покажу, как это сделать или что? Какие шоколадки готовите, торты? Кому они нужны? А так пиво купил, весна начинается, бастурмы нарезал. Великолепно. Понимаете? Но придется конкурировать с этой бастурминовой технологией, правильно? Тогда можно сделать вот как. Можно взять трубу такую толстую, какую-нибудь полиэтиленовую. После этого, когда вы бастурму эту чем-нибудь обмажете, это же филе, оно мягкое. Можно напихать это филе вот в эту трубку и подождать, когда или когда мясо засоленное еще не отлежалось. Его можно вот в таком виде запихнуть в трубку. Оно, когда в трубке полежит, то оно в круглом виде потом выдавится. Потом можно вот так его закатать в этот перец и после этого высушить уже таким образом. Оно будет потом круглая бастурма. Круглая лучше, чем как у всех? Конечно. Боже мой! А если сложить две дощечки под углом и сверху положить палочку и замотать резиночками, то получится сердечкообразная бастурма. А это еще интереснее, друзья мои. Все можно делать. Я зашел сегодня в интернет, могу сказать, что я на сегодняшний день знаю, как приготовить колбасу, которая будет сверху из белка яйца, а в середине будет желток яйца. Почему? Интересно продавать такую колбасу? Зашли вы в магазин, а вам нужно каждый день ребенку что-нибудь на бутерброды. Правильно? А вы покупаете колбаску, она сверху как белок, в середине желток яйца, все вареное, готовое, в виде колбасы. Скажите, покупалось бы это? Покупалось? Я знаю, как это изготовить. Заходите в интернет, смотрите, все легко. А можно делать так, чтобы в середине было не просто белок-желток, а чтобы в середине было еще, чтобы было в виде колбасы, чтобы в середине звездочка была, или в середине сердечко, или еще что-то. Все эти технологии есть. Это же продукты питания, люди каждый день едят. Что это, сильно сложно? Майонез сложно приготовить? Конечно, 2 минуты. Взяли белок, добавили масло, взяли, вернее, яйцо, добавили сверху оливковое или подсолнечное масло, блендером взболтали, в самом конце добавили соль и в самом конце уксус, еще раз взболтали, все, конец. Можно добавить в конце какой-нибудь сорбат калия, и оно тогда не будет портиться. Закрыли баночкой, поставили, чтобы оно закаталось, и все, у вас готовый продукт, называется майонез. Сколько оно стоит? Разница ваша. Можно ли человеку зарабатывать деньги? Можно. Люди как хотели кушать, они так и будут хотеть кушать. Истина по капле выискивается? Конечно. Я только у вас нашла методы, как именно изменять себя и свою жизнь. А то, конечно, а что? Возможно ли на работе суточное дежурство читать мантры на привлечение или только на защиту? Можно и на привлечение. Зачем защищаться? От чего вы защищаетесь? Я не могу понять. Я понимаю, там Надежде Савченко нужно защищаться, все на нее нападают. Там Порошенко нужно защищаться, весь мир его ненавидит. Там какому-нибудь там Владимиру Вольфовичу Жириновскому нужно защищаться, потому что час людей его ненавидит, час его обожает. То есть им надо защищаться, у них есть что забрать. А я работаю на кочегарке, нужно мне защищать. От кого? У вас даже зубы и те забрать никто не захочет, потому что они не золотые. Понимаете, от кого вы собираетесь защищаться? Что с вас можно взять вообще? Когда люди говорят, от кого-то мне нужно защищаться, что с вами? Зачем вы кому-то нужны? Зачем нападать, допустим, на человека бедного, если тысячи человек богатых? Есть молодые, красивые, здоровые, с красивыми зубами, красивыми органами, красивыми глазами, знаете, у которых все получается. И после этого, вот если бы я как эзотерик хотел бы у кого-нибудь что-то забирать, энергию, там, счастье, везение, ну вот я у них бы и забирал, потому что они, да, у них есть что забрать.
Мне нравятся люди, когда там 55 лет, да, ни квартиры, ни машины, и жена больная, и сам больной с простатитом, с циррозом печени, знаете, с перенесенным гепатитом, без зуба, с гнилыми зубами, и зарплатой там $200 в месяц. И еще и с долгом там $6000, непонятно почему появившимся. И все, мне надо срочно ставить защиту, Андрей Андреевич, мне нужно защищаться. У меня забирают. Что тебе можно забрать, я не могу понять. Что? Что там надо забрать? Что в тебе такое есть особенное, что вот у тебя нужно забирать? Это я понимаю, если бы я забирал у тех, у кого есть что забирать. А так, я как эзотерик, который умеет забирать, могу сказать, что у таких даже забирать нечего, понимаете? Нельзя забирать то, что забрано до вас, понимаете? Конечно же, что мало красивых или мало успешных, или мало богатых, такие есть. И вон, откройте, победители Олимпийских игр. Смотрите, каждый из них богатый, счастливый и есть что забирать, и здоровый. Вот это все учебное пособие, у кого забирать. Или там награждение каких-то лауреатов и так далее. Вот у них нужно забирать, знаете. Или там показ, там мод, или там награждение, там Грэмми или еще чем. Ну вот они эти люди. А так на кочегарке работает, там его 3 человека вообще в жизни видели, и у него вдруг кто-то нашелся, кто будет забирать. Что, анализы забирать или что? Из первой чакры отсасывать, подавятся. Живу в частном доме, вместо крайней балясины на крыльце сделал вращающийся барабан. Очень красивый. Какие мантры можно положить, как можно ли разные? Разные нельзя. Вообще ваша философия так прекрасно работает и помогает финансово и без практики. Вот здорово было бы здоровье было подорвано ранее. Скажите, пожалуйста, мантру для здоровья. Спасибо. Самая лучшая мантра для здоровья – это выход каждое утро. Человек должен себе сказать такие слова. Я все-таки о квартирионе еще скажу. Человек должен сказать себе такие слова. Я ленюсь и умираю, или я не ленюсь и живу? Я хочу еще раз повторить эти слова. Они очень важные для человека. Я ленюсь и буду умирать, или я буду не лениться и буду жить? Выберите для себя свой принцип жизни. Вы не ленитесь и живете, или вы ленитесь и умираете? Самый простой вариант прожить всю жизнь или прожить вечно здоровым человеком – это дыхание. Утром 5-10 минут и вечером 3-5 минут. Почему дыхание? Дело в том, что все заболевания идут на фоне выделения огромного количества молочной кислоты. Что бы вы ни ели. Хорошо вы питаетесь без мяса – выделяется. Плохо питаетесь – выделяется. Двигаетесь – выделяется. Переживаете – выделяется. Гормоны расщепляются – выделяется. Гликогенирующий гемоглобин расщепляется – выделяется. Лежите – выделяется. Спите – выделяется. И молочная кислота выделяется всегда и во все времена. Это особенность такая. Молочная кислота выделяется, она под воздействием кислорода превращается в пировиноградную, аромамасляную. Эти кислоты тоже токсичные. Они должны выводиться из организма. Это называется цикл Крепса. Из них происходит потом пироваткиназа, но это уже там химия, я даже об этом не буду говорить. Так вот, от того, что молочная кислота накапливается в организме, у человека происходит старение и появление абсолютно всех заболеваний, которые есть. Конечно, когда говорят, надо закисляться, все равно. Надо ощелачиваться до одного места. Мясо не есть. Не нервничать. Воздухом дышать, все равно. Это цикл, который все равно будет, это цикл жизни, в котором выделяется молочная кислота. Она все равно будет выделяться, хочешь ты или нет. И от того, насколько сильно она выделяется, или то, насколько сильно она расщепляется и выводится, от этого зависит твоя жизнь. Там одна особенность есть в этой молочной кислоте. Она расщепляется, и в ее расщеплении участвует кислород. Но когда человек бежит, когда человек активно бежит, то у него в этот момент выделяется молочная кислота много, поэтому спортсмены стареют быстро. Знаете, что спортсмены быстро стареют? Видели спортсменов? Говорят, спорт, 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 потом 40 лет выглядит на 75, знаете. Или там алкоголики, оказывается, не особо стареют. Тоже нонсенс. Почему? Заметили, да? То есть алкоголик с утра до ночи квас кирога, знаете, на работу сходил стакан в течение дня, ему 50 лет, выглядит сволочь на 30.
При этом и не ест ничего, и цирроз печени, но хоть картинку снимай с него, выглядит хорошо. И спит мало, и всегда ему хорошо, и нервов нету никаких и так далее. Почему? Потому что алкогидрогеназа участвует в формировании расщепления пировиноградной кислоты аромамасляной. Представляете, вот в чем особенность. Поэтому алкоголь иногда для молодости тоже хорошо. Ну что, продолжим дальше. Оказывается, для того, чтобы человек не выделял молочную кислоту, она будет выделяться. Нету никаких способов. То есть она все равно будет выделяться и накапливаться. Но есть способы, которые позволяют этой молочной кислоте очень эффективно расщепляться. Это пассивное быстрое дыхание сидя, диафрагмальное. Когда человек сидит, подскакивая на стульчике, или стоит, не особо раскачиваясь, не совершая никаких особых физических действий, и быстро, активно дышит. Если человек дышит каждый день 5 минут утром и 3 минуты вечером, хотя бы активно, то на протяжении одного месяца человек визуально молодеет на 5-10 лет. Если это сделать и выполнять ежедневно, сначала восстанавливаются мозги, после этого плечи, после этого позвоночник до грудного отдела, после этого сердце. Снижается давление, улучшается работа поджелудочной железы, работает кишечник, работают надпочечники, почки, перестают болеть, там артриты исчезают, артрозы, ноги начинают. Но знаете, с чем сталкивается человек? Он сталкивается с обычной ленью. То есть нам несложно курить по 5 минут, нам несложно смотреть телевизор, нам несложно лежать, нам несложно на унитазе там сидеть по 30 минут, нам несложно там ногти точить, грызть, волосы выщипывать, нам несложно ругаться, нам несложно ворнякать, но нам сложно 5 минут утром и 5 минут вечером подышать. Вот это сложно. Представляете? Оказывается, человек даже знает такой... А кто не знает? А я на первой ступени это даю. А я это очень часто даю во время морских курсов. Я очень часто об этом говорю, когда провожу свои вебинары бесплатные во вторник. Все люди это знают. Я всегда являюсь популяризатором вот дыхания Патрулы. Я о нем раньше говорил. Тем не менее, я являюсь популяризатором и сам понимаю, что его никто не делает. Делаю ли я сам? Нет. Но не часто. Но делаю. Не часто. Как только начинаю себя ощущать плохо, то я его начинаю делать. Почему? Вы знаете, я покажусь смешным сейчас, смешным, абсолютно смешным, но я хочу состариться. Я говорю это серьезно. Я хочу состариться и быть старым человеком. После этого хочу пройти время, когда мне будет 50, 60, ну это как у всех, 70 и 80. И я хочу, как нормальный человек, завершить свою жизнь. То есть я не хочу жить вечно. Я не хочу жить всегда, чувствуя абсолютно себя здоровым. Я не хочу быть долгожителем. Мне это у меня есть вот внутреннее такое состояние, я понимаю, зачем я этого хочу. И я знаю, что это мне приносит удовольствие, понимаете. Для каждого времени своя пора, говорят. Я хочу эту пору, любую, ее хочу пройти. Естественно, когда мне плохо становится, вот температура появилась, можно спросить у моих близких, что происходит, когда у меня температура. Появилась температура у нас на втором этаже, где мы живем, двухэтажная такая квартира, на втором этаже большая ванна, я иду в ванну, открываю окошко, там прохладненько, и стою и дышу. Там засекаю время, 10 минут дышу, после этого иду отдыхаю на протяжении дня, там отдыхаю, лежу там 3-4 часа, потом вновь иду и снова там 5 или 10 минут дышу. В день дышу 4 раза, на второй день уже температура исчезает. Понимаете? Могу сказать, что если очень высокая температура, выхожу куда-то, где холодно, и стараюсь дышать там, где холодно. Если температуры нет большой, то могу дышать в теплом месте. Таким образом, могу сказать, что для меня это один из самых лучших существующих способов привести себя в норму. Конечно же, вам хочется это сделать, вы хотите чувствовать себя хорошо, вот что нужно сделать, а не мантры. Это и увеличит психическую энергию, и улучшит общее состояние. Поэтому я и ввел в школе вот такие дыхательные практики. Такие дыхательные практики. Даже калачакра тантру йогу ввел и все остальное. Но дело в том, что на первое место все равно необходимо ставить практики, которые были даны Патрулам, и это практика вот такого диафрагмального активного дыхания. Естественно, если стоя не получается, делай сидя. Сидя можно тоже.
Добрый вечер. Если я чувствую, что мужчина как пиявка присосался, как от него избавиться? Берете, ставите свечку, заряжаете ее предварительно и выполняете практику сжигания человека на свече. Не было ни одного такого человека, у которого бы не получилось убрать человека, который ему не нужен. Андрей, пойди у Сони попроси, пусть мне принесет водичку. А? Соня? Жень, принеси мне водичку. Я делаю это дыхание уже месяц, результаты налицо. Ой, простите, простите. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, стоит ли читать коды заклинания или мантры для привлечения денег, имея долги? Ну, вообще, вы понимаете, когда человек читает мантры для привлечения денег, то тогда он привлекает... Тогда он привлекает деньги, но тогда долги он не отдаст. То есть нужно утром, допустим, читать мантры, которые связаны с тем, чтобы деньги отдать, а вечером тогда читать мантры, которые будут деньги привлекать. Потому что вечер – это время, когда приносится энергия, а утро – это время, когда отдается энергия. А еще, если закрыть глаза, то и утро, и вечер энергия отдается. Доказательство. Когда человек спит, то он энергию получает или отдает. Когда человек ночью спит, он энергию отдает. Почему? У вас плохое настроение, вы спать легли, утром проснулись, хорошее настроение. У вас нога болела вечером, спать легли, утром проснулись, нога не болит. Почему? Потому что ночью происходит отдача этой энергии. Естественно, если у вас... Вечером болит нога, а утром не до конца еще нога выздоровела, и она еще болит, то тогда нужно сесть и посидеть в медитации с закрытыми глазами, да отдавать энергию. Понятно? До конца да отдавать. А можно в сангхае участвовать с подругой? Можно. Это самая большая проблема. Ага, значит, тут о проблеме. Я ученица, помогите, пожалуйста, очень ревнивая. Просто крышу сносит. Когда муж смотрит на красивую женщину, не знаю, как себя контролировать. Когда остываю разумом, понимаю, что он может смотреть, как на всех людей, даже они могут нравиться. Но куда это происходит, где-то на улице, даже по телевизору, у меня переворачивает. Сама понимаешь, что смешно. Нет. Пытаюсь как-то бороться с этим, понимаю, что сама не могу справиться. Я сегодня давал вам вот такую уникальную практику. Не нужно ревновать человека, нужно посылать то, что в вас создает это желание. Вот если вы будете посылать в середине себя то, что вот только эта эмоция начала появляться чуть-чуть, сразу же эту эмоцию посылайте. Все, на этом все закончится. Объяснить, почему это происходит, я могу, но для того, чтобы вас не обижать, не скажу это. Скажите, а шумы и мантры можно слушать в наушниках в общественном транспорте? Я считаю, что шумы и мантры, их нужно слушать в очищенном помещении, находясь дома. Я считаю, что это методы не такие простые. Я считаю, что слушать это в наушниках в метро не очень хорошо. Сеансы сангхая 1 и 2 не участвовала. Могу ли я принять участие в сангхая 3? Оплатила. Конечно. Дело в том, что сангхая не имеет значения, какое вы смотрите или какое вы проходили. Сангхая 3, завтрашняя, будет посвящена увеличению материального благополучия человеку. Мы будем выполнять практики. Я их сегодня для себя переписал уже, я сейчас даже продиктую. У нас будут такие методы, мы будем работать для того, чтобы была успешная торговля, хорошие отношения людей, успехи в предпринимательской деятельности. Я расскажу, как увеличить любовь в семье. Будем увеличивать психическую энергию, обретать ровность чувств. Будем увеличивать энергию целителя. Станем умнее. Начнем делать практики исполнения желаний. Будем преодолевать бедность. Я расскажу, как сделать так, чтобы быстро замуж выйти. Чтобы много денег было. Чтобы зажиточность, влиятельность появилась. Чтобы добились власти уважения. Чтобы было высокое положение в обществе. Ну, видите, как много всего. Какая красота, да? Насколько это будет длительно работать с вами? Будем работать так, чтобы на всю жизнь осталось, понимаете? Хоть каким-то следом, хоть каким-то следом. Андрей Андреевич, есть ли методы для победы ребенку в спорте? Я вам хочу сказать, что в случае, если человек ставит ставки на своего ребенка, то я могу сказать, что это является очень неприятным для самого ребенка. В моей жизни была такая история. Я начал очень хорошо, почему-то начал очень хорошо играть на трубе.
После этого играть на баяне, это было в молодые школьные возрасты, в молодом школьном возрасте. И я расскажу сейчас, как я бросил. То есть тот момент, когда кто-то из близких начал говорить, что на мне можно зарабатывать, и давай будем зарабатывать, и давай ты, то тогда я начал чувствовать, что я не хочу этого делать. Почему? Хочешь зарабатывать, иди сам зарабатывать. А так получается, ты будешь нашим рабом. У меня была история такая со знаменитым мальчиком таким, его Вадим зовут. Его отец всю жизнь мечтал, что он станет знаменитым чемпионом в теннисе. Что он станет очень знаменитым чемпионом в теннисе. Так вот, он вкладывал очень большие деньги, работал только для этого мальчика. Отца зовут Тимур. Он очень много вкладывал в этого мальчика, старался, чтобы этот мальчик выступал на всех соревнованиях, чтобы все было вот очень-очень там хорошо. Чем это все закончилось? Тимур не захотел выступать, он специально не приходил на тренировки, он специально начал много кушать, он начал скрываться, пить алкоголь. И потом очень долгое время, ну не Тимур, а вот этот Володя или Валик его звали, со своим отцом Тимуром, перестал общаться с отцом. Почему? А потом я у этого мужчины спрашиваю, что тебе? Он говорит, да я на него поставил целую жизнь. Я хотел, чтобы он... Он говорит, я квартиры не покупал, вкладывал в него, я машины себе не покупал, вкладывал в него. Он самый лучший мой проект. Я говорю, он ребенок, друг мой, он ребенок. Ты забрал у этого ребенка детство. Он имел право иметь свой уголок, он имел право играться в кубики, он имел право отдыхать, он имел право, он должен был чувствовать, что он ребенок. Он не должен был чувствовать, что ты его раб вообще. После этого что произошло у этого мальчика? Он включил протест. Почему? Я не хочу для отца зарабатывать деньги, я не хочу отцу строить. Мне не хочется, чтобы отец... Я не хочу быть продуктом своего отца. Понимаете? Я хочу быть своим персональным продуктом. Я сам себя хочу создать. Естественно, когда вот там... Почему ребенок не может в спорте получить там что-то? Потому что, скорее всего, вы ставите ставки на этого ребенка. Это противно. Вы у ребенка спросите, он хочет этого или нет. Я когда хотел, то я получал все. А так человек говорит, вот у меня одна женщина мне все время пишет, не может сдать КМС, не может сдать, никто не хочет, я буду судиться, я всех накажу. Что это такое вообще? Как не стыдно. Все сдают, все нормально, а здесь прямо вот супер требования к этому ребенку. И зал не такой, и дети не такие. У меня история есть о Жене, когда-то рассказывал. Женя петь не умел. 1.50 ростом был и страшный такой. Так мама всю жизнь мечтала быть певицей. После этого решила, что Женю сделает обязательно великим певцом. Тенором, как там в детстве включала ему видео, там где выступал Люча на повороте. Когда он вырос, он закончил, поступил в консерваторию за деньги. Поступил в консерваторию за деньги. После того, когда в консерваторию поступил, отучился за деньги. Потом, когда отучился за деньги, получилось, что Женя петь не умеет, а консерваторию закончил. После этого его на работу никуда не берут. И пришло вот такое несчастье к нам в офис. И говорит, я вам сейчас пою. Я пою, как Луча на повороте. И после этого здесь валал, как теленок, знаете. И люди, которые сидели, не могли поверить. Это твой у нас песни зовется. Он говорит, я ему говорю, Жень, ты, конечно, не обижайся, вот то, что я тебе это скажу. Но я могу тебе сказать, что то, что ты учился 5 лет в консерватории, тебе не нужно было этого делать. Потому что я знаю людей, которые поют в караоке после 250 граммов там, принятого алкоголя, лучше, чем ты сейчас спел перед нами после 5 лет бесконечных тренировок. Я ему говорю, ты не обижайся, но у тебя не получается петь, это не твое. Тебе вообще, у тебя хорошо бы получалось, если бы ты был коллекционером, марками бы занимался, там, даже стихи писал, возможно, если хочешь быть творческим человеком. Но у тебя точно нет, у тебя все в жизни есть. У тебя есть дар к запоминанию, дар к языкам, но у тебя вообще нет дара петь. Вообще, у тебя его вообще нет. Ты так плохо поешь, насколько это может быть. Он говорит, Андрей Андреевич, вы не понимаете, у меня просто правильно поставленный голос, и вот то, как я пою, может оценить исключительно человек, который знает, что такое музыка, оперное пение и так далее. Послушай, я ему говорю, послушай, не морочь мне голову. Я знаю, что такое
оперное пение. Когда включаешь Лучано Паваротти, когда он поет «Аве Мария», то хочется его слушать вновь и вновь. Понимаете? И это красиво. И смотришь на Филиппа Киркорова, который умеет танцевать и красиво поет. И это все равно отличается от Баскова, который петь не умеет. Понимаете? То есть все равно... Ну, у каждого, наверное, свои какие-то вкусы, да, тем не менее. Могу сказать, что все равно, как ни крути, голос либо слышен, либо нет. Но вы понимаете, я как говорил раньше, что я не могу слушать «Рюмка водки на столе», как его, Лепса, да. И я как считал, что этот человек не умеет петь, я так и считаю, понимаете. Тем не менее, я могу сказать, что у Лепса хотя бы харизма есть, знаете. Ну, там харизма есть какая-то, он там дергается как-то очень смешно. А вот у этого даже харизмы не было, понимаете? Я когда-то говорил на первой ступени, я хоть идиот, зато у меня хоть харизма есть, понимаете? А у него ни голоса, ни харизмы не было. Но мама все время говорила, что он может петь. Но мама говорила, что он может быть великим. Но мама говорила, и вы знаете, он очень плохо закончил психбольницей. После этого психбольница снова, вновь повторилась. Это много лет длится, представляете? И вот он, Андрей Андреевич, нужно встретиться, я в студии работаю. В студии проработал 2 месяца. После этого, Андрей Андреевич, мне не везет. Ну что ж такое, я уже и в студии свой альбом записал. И маму привез, и мама уже не такой голос. Да нету уже не голоса. Я ей говорю, вы что, не слышите, что уже нет голоса? У него нет голоса, он на пианино играть не умеет, он не знает, что такое сольфеджио, и у него ко всему еще и слуха нет, как назло. Я говорю, это, знаете, мама его толкает, а у него не получается. И мама такая настырная, знаете, вот хоть хочет она, чтобы он был Лучано Паваротти, и все. И все, она запутала человека и сделала в итоге этого человека очень несчастным, прям очень несчастным. Ну и зачем это нужно было этому несчастному Жене, вы представляете? Я когда-то написал, в случае, если вы хотите какую-то вещь, то нужно спросить у этой вещи, хочет ли она, чтобы вы ею владели. Это я сказал не столько о вещи, а сколько о людях. Серьезно, вот когда-то на этой неделе или на прошлой неделе пришла молодая женщина и говорит мне, вот она сидит очень неухоженная, плохое лицо, плохие зубы, ненакрашенные губы, обгрызенные губы, плохие ногти, плохая одежда, штаны порванные, плохой запах от нее, волосы неухоженные. И я хочу, чтобы, вот у меня есть мужчина, он сейчас от меня ушел, он меня любит, я бы хотела, чтобы он со мной жил. И я очень хочу, он мне очень нравится, я хочу. Я говорю, а он хочет? Он сам не знает, что он хочет. Я говорю, вы сейчас себя ведете как человек, который вот хочет, и ему все равно, хочет тот человек или нет. А он не хочет, ему не нравится то, что она неухоженная такая. Я ей говорю, вы когда-нибудь пробовали губы красить? Она говорит, я вообще к этому отношусь риторически. Я думаю, кому я должна понравиться, тому понравлюсь. Будет, знаете, как с женой Луценко. Ой, боже, что я говорю. Вот меня заносит. Почему? Потому что сначала красивых выбирали отличники, потом красивых выбирали из политехнических институтов, потом уже остались более-менее некрасивые, их выбрали военные, и потом самых некрасивых выбрали милиционеры, понимаете? А потом стали генеральными прокурорами. Ладно, нельзя этого говорить. Я говорю не о генеральном прокуроре Юрии Луценко. Я говорю о Валерии Луценко, не генеральном прокуроре из Молдавии. И его не генерально-прокурорской жене. И это не Луценко, не Луценко. Также, когда я говорил о Надежде Савченко, я не говорил о Савченко из Украины. Я говорил о Надежде Константиновне Савченко, проживающей в городе Татарбунары. И когда я говорил «Верховная Рада», я не говорил о Верховной Раде, я говорил вообще не о Верховной Раде. Это как бы было то, что я сказал, но это не так. И вообще у меня справка. Я попытался, мне кто-то написал, Андрей Андреевич, вы должны посмотреть, что вы можете сказать по этому поводу, кто выиграет, кто нет.
После этого я говорю, конечно, мне как эзотерику очень интересно. Там у меня была встреча с политиком, он говорит, ты посмотри, это же интересно послушать, ты просто пропускаешь какие-то исторические моменты. Я думаю, ух ты ж, мне так интересно посмотреть на исторические моменты. После этого захожу и начинаю смотреть на исторические моменты, а там один человек, который сидит в Верховной Раде, поруби, который не умеет разговаривать. И, боже, он что-то говорит, я вообще не могу понять. И перед ним стоит Юрий Луценко. Он разговаривает так же. Они только друг друга понимают. Как же людям понимать вообще? Это ж сплошное, знаете, они КГБшники какие-то. Или я не знаю, им в разведке нужно работать. Им не нужно стенографировать. И так никто ничего не понимает. Я не знаю, какие они там законы принимают. Что там можно понять вообще? Я понимаю, это очень удобно. Поставили таких людей управлять страной. Люди заходят, говорят, надо, как Горбачев в свое время слушали. Так, надо послушать. В стране полная засада. Ни колбасы нет, ни мяса. Нужно послушать, что этот человек говорит. После этого выступление Горбачева включили, и ни одного слова непонятно. Консенсус, который должен к плюрализму мнений и идей, который должен привести к общему консенсусу. Что говорит? Ни одного слова. Ни одного слова. После этого все сели смотреть. Позасыпали, бабушки упали, там кто-то валидол выпил. После этого выключили. Что можешь сказать? Ну, вообще ничего. То же самое и там. Я понимаю... Люди думают, сейчас как посмотрю программу и разберусь, что ж тут страной-то этой творится, Йохан и Бабай. После этого включают, а там капец вообще, ни одного слова не понятно. Туда нужно еще одного человека поставить, его там не хватает. Владимира Кличко. Надо запретить вечерний квартал и сделать программу, которая бы называлась «Луценко, поруби, Кличко». ЛПК. Я не говорю о наших политиках, я говорю совершенно о других людях, проживающих в городе Тернополь. Будет посвящение выступление. Так, сегодняшний вебинар спрячем. Ученица вашей школы. Занимаясь год, жизнь поменялась в лучшую сторону. Материальный достаток вырос. На работе выиграла путевку в Аргентину. Ух ты ж. Через 2 недели уезжаю. Сегодня также на работе выиграла iPhone 7 за хорошие продажи. Стала увереннее в себе благодаря практикам и философии. Осталось разобраться с личной жизнью, и все будет супер. Сегодня вы хотели поговорить об отношениях между мужчиной и женщиной. Пожалуйста, уделите этому времени. Спасибо, удачи и здоровья всем. Хорошо. Итак, все-таки продолжим. А то мы ушли. Когда человек начинает жить в семье, то иногда появляется ощущение такое, как будто человек встал и у него плохое настроение. Я могу вам сказать вот что. Не обращайте внимания на плохое настроение ваших близких. Если вы в семье видите плохое настроение ваших близких, то единственная возможность помочь этому человеку – это не воспитать его, а поддержать. Поэтому если вы видите у кого-то плохое настроение, то подойдите к этому человеку, потрогайте его, скажите, нужна ли моя поддержка и так далее. Дальше. Если у человека состояние апатии, состояние такое раздолбленности, то это говорит о том, что на этого человека нужно покричать. Правда, если человек плачет, если у него все плохо, то тогда нужно обязательно покричать. Почему? Это говорит о том, что он находится в депрессивном состоянии. Вывести человека из депрессии нужно путем встряски. Если человек маниакален, надо куда-то бежать срочно, нужно делать так, тихо, тихо, давай музыку медленную послушаем, молочка попьем, полежим, липовый чай попьем, там еще что-то сделаем. Когда происходит бесконечное раздражение на человека, то я рекомендую использовать в противовес этому состояние сострадания. Можно сострадать человеку. Когда начинаешь видеть, как человек тебя раздражает и не можешь послать то чувство, которое в тебе возникает, то начинай сострадать этому человеку, говорить себе, бедненький, вот не получается у него ничего. И после этого можете его погладить. Почему? Сострадание является высоким духовным элементом, который помогает человеку. Вот смотрите, человек страдает, а когда вы ему сострадаете, то это ему помогает.
Понятно. Поэтому нужно человеку сострадать, если он кричит. Когда человек кричит, он страдает. Тогда что нужно делать? Не кричать же ему и страдать. Тогда кто будет сострадать? Тогда что нужно сделать? Когда человек кричит, ему нужно сострадать. То есть человек говорит, вот там сколько можно. Говорит, да, так и есть. Да, бедненький, конечно, и мне тоже там. А еще, если вы мужчина и видите, как кричит женщина, запомните первое правило. Оно звучит так. Если женщина кричит, что бы вы ни хотели сказать, ничего не говорите. Молчите. Это самое лучшее, что может произойти для нее и для вас. Потому что женщина – существо, бесконечно накапливающее чувства. Также могу сказать, что женщина – существо, которое возбуждено всегда. Оно возбуждено в мозгах, в чувствах, в физическом теле. Возбуждение всегда, во всем. А мужчина – это временное возбуждение. То есть в основном он успокоенный. А потом проявляются вот эти элементы, там возбудился, не возбудился и так далее. И из-за этого женщина, она всегда возбуждена, а возбуждение, оно подразумевает бесконечное желание. Когда человек возбужден, то у него появляется желание. А когда желания, они должны как-то выплескиваться. И когда желания не исполняются, и они выплескиваются, то происходит непонимание мужчины. Что нужно сделать? Мужчина должен выслушивать эти пожелания, даже несмотря на то, что они громкие, и поддерживать этого человека, но 100% не стараться воспитывать. То есть не надо ни ультиматумы, ни крики, ни вытаращенные глаза, ни «я уйду», ничего этого не нужно. Мужчины и женщины по-разному вообще воспринимают окружающий мир, по-разному ведут себя. Если женщина кричит, это не значит, что она к вам плохо относится. Если женщина кричит, это не значит, что она хочет расставаться. Если женщина кричит, это не значит, что все плохо. Просто она кричит. Покричала, после этого подождали, и после этого возобновили общение. Все. Дело в том, что если не давать женщине кричать и затыкать ее все время, то она будет вновь, и вновь, и вновь, и вновь, и вновь кричать. Вот смотрите, у меня чашка наполнена. Она пока не выльется, она будет все время набрата, понимаете? Вот она начинает выливать то, что в ней накопилось, а вы обратно ставите. Она начинает выливать, вы обратно ставите. Что нужно сделать? Так пусть выльет уже, слушайте, пусть выльет, пускай выливает. Нужно это все выслушать. Если есть обвинение, сказать, да, действительно я виноват, каюсь, больше этого не будет. Ну и все, даже если это не так. Кто умнее? Обычно мужчины, знаете, они делают так. Я все равно докажу, я все равно докажу. При этом я умный. Нет, умнее тот, кто сдержался. Раз мужчина считает себя умным, считает себя руководителем, значит, он должен знать первое правило руководителя. Выслушай и сделай все, как тебе нужно. И все. Я никогда не кричу в семье. Почему? Я всех выслушиваю. Я несколько раз выслушал вот своей жизни, и после этого это все закончилось. Почему? Когда выслушал, после этого поддержал, после этого договорился, и после этого на этом все закончилось. Все это называется, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, мы все вместе пришли к плюрализму мнений. И теперь у нас не будет никогда возникать очаги напряженности. Ах, вот где собака порылась, да? Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, практику для выигрыша в суде по возмещению убытков. Очень навредила мою машину при эвакуации. Работают как вандалы. Есть видеозапись. Подала в суд на штрафстоянку, которая под покровительством прокурорских. В ситуации попала в соседнюю область. Местные люди стараются с ними не связываться, а я решила попробовать. Значит, для того, чтобы выиграть в суде, нужно утром читать мантру «Дода на вдохе, ахи на выдохе». Додахи. Додахи. Делать это нужно 108 раз утром и 108 раз вечером. Тогда всегда будет. И в суде, если будет суд, делайте это смело, можете этим заниматься. Вы 100% выиграете. Вообще не вы должны этим заниматься. Если машина застрахована, то должна этим заниматься страховая компания. А еще я хочу сказать, что видео по русским законам не является судебно-доказательным, как и в Украине тоже. То есть Украина, которая обвиняет там кого-то и представляет видеоматериалы, совершает нарушение закона, потому что у нас в нашей стране видеоматериалы не являются элементами, которые могут что-либо доказывать. Понятно. Ужас какой. Вообще могу сказать, что то, что мы видим, это называется беспредел.
Скажите, пожалуйста, чем мне стоит заниматься в жизни, чтобы денег было достаточно много и нравилась работа? А вы хотите услышать то, что я вам скажу? Читайте. Нет, говорю вам серьезно, чем мне заниматься? Я могу вам сказать, если вы услышите меня, то все изменится. Если вы не знаете, чем вам заниматься, открывайте сайт, который называется Кубру. Выбираете книги по маркетингу, по бизнесу, по отношению, психологии и так далее. Открываете все книги подряд и начинаете читать. Вот сейчас идет суббота-воскресенье. Надоела одна книга, перелистайте ее вперед. Надоело читать, переходите к другой. Читайте другую, надоело, пойдите поешьте, ложитесь и снова читайте. Я вам обещаю, что вы найдете то, что вам нравится. Найти это возможно, и найти это нельзя в видео. Нужно это найти в книгах. Любое обучение есть сейчас в книгах. Книги – это то, что делает человека умным. Почему? В отличие от фильмов, где человек не включает свои синаптические связи, во время того, когда человек читает, у него очень работают синаптические связи. Они объединяют идеи, и после этого появляется некая электрическая паутина в голове. Чем толще такая паутина, тем человек умнее. Чем больше ума у человека, тем больше возможностей в дальнейшем этому человеку реализоваться. Понимаете, я не говорю ум в чем-то одном, я говорю об общем состоянии ума. Ученица школы, мне 43 года, две замерших беременности, очень хочется ребенка. Приезжайте на морской курс ко мне, на морском курсе... Не забеременеть, а на морском курсе можно было бы попросить у меня сделать этот обряд, и я его проведу бесплатно. Почему сейчас я практически ни с кем не общаюсь? Я не общаюсь ни с кем, потому что в нашей школе количество участников этой школы выросло просто до каких-то астрономических цифр. Это связано с тем, сейчас практически нет ни одного дня, чтобы я вышел на улицу и кто-то со мной не поздоровался. Вот сегодня я был в Цитрусе, со мной здоровались. В метро я заходил, не ездил по метро, а в магазин метро. В магазине со мной здоровались. После этого зашел там, где продают эти тарелки, со мной здоровались. Когда бы я ни зашел в Макдональдс, обязательно находится кто-то, кто мимо проходит, говорит «здрасте». Понимаете, то есть нет практически, когда я езжу в Новос, обязательно 2-3 человека находятся, которые здороваются. Я летел в самолете в Египет, и когда зашел в аэропорт, начали люди здороваться. Когда проходил таможенный контроль, тетенька рядом стояла, а мы ваши ученики, Андрей Андреевич. Я говорю, здрасте, а вы нас не знаете, а мы вас знаем. А потом, когда летел уже в самолете в Египет, то проходила мимо женщина, говорит, вы тот самый? Я говорю, тот самый. Ага. Вы это, пш-пш. Я говорю, да. А вы тот? Я говорю, тот. После этого написала она во время вебинара, Андрей Андреевич, я с вами в самолете летела и так далее. То есть количество людей, которые... пользуется, или резонанс, который есть вокруг нашей школы, он очень широкий и он очень такой объемный. Количество людей, которые слышали об этом, но их, которые не слышали об этом, их становятся практически единицы. То есть есть люди, которые слышали, но не знают ничего об этом, а это уже элемент резонанса. Понимаете? То есть в нашей тусовке, так можно назвать, допустим, в тусовке эзотерической, я единственный человек, который популяризирует это как знание. То есть люди, которые говорят, мы можем научить, мы гуру. Есть люди, которые говорят, у нас там программирование или техники, или еще что-то. Но нет таких людей, которые бы говорили, мы берем ответственность за знания, которые есть в эзотерике, и мы говорим об эзотерике и защищаем ее. Нет ни одного человека, который бы объявил себя на сегодняшний день эзотериком. Есть люди, которые говорят, я философ. Есть человек, который говорит, психолог. А я тот человек, который в своей жизни сделает все для того, чтобы были люди, которые будут говорить, а я маг или я эзотерик. Я популяризирую именно это. Я популяризирую магию и эзотерику. Вы представляете? И я делаю все для того, чтобы это было очень эффективно и очень ярко выражено. Именно популяризация эзотерики как отдельной культуры – это то, что я делаю. При этом
Я не совершаю ошибок, я не говорю, что я ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени гуру, или наша школа самая лучшая и так далее. Я пытаюсь сказать о том, что существует целая наука, существует целая культура, существует целое общество. Это общество, оно объединено идеями эзотерики. И оно есть, то есть это не сугубо один гуру, это не сугубо секта, это не сугубо поклонение чему-то, это эзотерика. Наука о непознанном, которая... по моему мнению, должна в дальнейшем быть тоже и почитаема, и признана, и рассмотрена с позиции, как позиция общего ортодоксального мировосприятия. При этом я решил объединить или забрать достижения философии, которая считает, что философия может помочь человеку или может объяснить там ответы на какие-то вопросы. Философия без эзотерики не работает. Эзотерика без философии не работает. Йога это эзотерика. Йога без философии не работает. Философия без йоги не работает. Понимаете? То есть это такая система. Получается, я решил сделать все для того, чтобы появилась эта наука, чтобы она обозначилась, имела четкое понимание. И это было не риторические какие-то сам додумайся элементы. И это чтобы не было, ну вот... Очень удобно сейчас говорить, там, шлаки в организме. Я как врач могу сказать, что шлаков в организме не бывает. Тогда откуда появилось это понятие? Его придумал какой-то человек, который совершенно не знаком с медициной. Он вдруг придумал, что там должны быть шлаки. А какие, что такое шлаки? Ну вот шлак это горит, допустим, металл, и после этого происходит окисление, оксидация поверхности металла и отпадает в виде шлака. Но где у нас что-то горит в организме? Какой у нас там может быть шлак? То есть где у нас там окисление? Ну, возможно, что-то там и происходит. Но я вам могу сказать, ну точно шлаков там нет. Или там загрязнение. Тоже такого не бывает. Как таковое, вот таких понятий не может быть. То же самое я вижу в эзотерике. То есть есть люди, которые говорят, это все энергия. Это все энергия. Но никто не может объяснить, это энергия, тогда что конкретно вы подразумеваете, когда говорите энергия? Где вот это? Очень удобно в эзотерике. Это привлечет энергию денег. А что это за энергия денег? То есть как я ее почувствую, когда вот тепло пошло, это энергия денег у тебя пошло. Там чувствую успокоение вместе с успокоением, энергия денег пошла в тебя. А это может быть и не энергия денег, это вообще непонятно, что вообще там зашевелилось во мне. Энергия денег – это должно быть понятие, которое в дальнейшем можно использовать как аксиому. То есть это должно быть понятие, объясняющее и которое невозможно опровергнуть. То есть, по моему мнению, энергия денег – это энергия, которая возникает у человека в виде вибрации. В тот момент, когда человек видит чужие деньги или думает о чужих деньгах, или видит свои деньги, или думает о каких-либо деньгах вообще. То есть что можно сказать? Чувства или обобщенные чувства на уровне нервных выделения нервных нейромедиаторов в виде каких-то процессов гормональных всплесков или отсутствия их в теле, в виде какого-то особенного электричества в теле. Вот это электричество, вот эти нервные вспышки или гормоны, или нейромедиаторы, электричество, то, которое возникает в этом человеке, по моему мнению, это недоучено или не изучено. И вот этим можно не только управлять, а это может и привлечь материальное благополучие человеку и оттолкнуть. Можно ли сказать, что это концептуально вот в таком виде? Конечно, то есть... Когда ты это начинаешь понимать, то после этого можешь человеку объяснить. Человек говорит, вот я начинаю читать мантру денег, но при этом стал злым. Конечно, потому что ты работаешь с энергией денег, а энергия денег – это те чувства, которые возникают у тебя в тот момент, когда ты начинаешь думать о деньгах, считать их или там что-то с ними. Тогда что нужно сделать? Нужно заменить с позиции негативного отношения к деньгам к позитивному отношению. А как это сделать? Механизмы. Первое, второе, третье. То есть там психологические, философские, изменения каких-то, может быть, чувственных, работа с электричеством и так далее. То есть это все объединенные какие-то элементы, которые не говорят, что это плохо, это хорошо, не говорят, что философия плохо, это хорошо. Это системы такие, которые эзотерика, она позабирала все магическое из разных наук. Но именно из эзотерики произошла в свое время и математика, и химия, и великие открытия. Это все было начало эзотерика.
Представляете? Все было именно там. Она мать всех матерей. Она сейчас управляет миром. И для меня моей целью жизненной является даже не доказательство, а является утверждение и создание вот такого образа эзотерики, а также образ понимающего человека, который может назвать себя эзотериком, человека, который может тихонечко создать себе свою судьбу, свой социум, свою жизнь, свой мир, и при этом этот человек может доказать, что ему не обязательно сражаться, очень много работать, очень много там добиваться чего-то. Это я передаю в виде вот этих философских концепций и своей первой тире седьмой ступени. Понятно. Скажите, пожалуйста, завтрашнее СНГ я можно оплатить, а посмотреть записи можно? Очень хочется присутствовать, но я в это время работаю. Можно, его можно в дальнейшем в этой записи и смотреть, а также можно будет вместе со мной работать. Завтра у нас суббота. Вот то, как я занимаюсь в субботу, вы увидите, проходя вместе со мной СНГ. Я буду это делать дома, сяду там на кухне, поставлю ноутбук, и вы сможете увидеть, как я занимаюсь прямо у себя на кухне эзотерическими практиками. Понятно? Там возьму на руки розу. А если с мужем не разведена, но совместно не проживаем больше 20 лет, можно делать практики на замужество? Можно. Несопожертвование. Чем мне стоит заниматься в жизни, чтобы денег было достаточно много и появилась хорошая работа? Все, что связано с полотнами и нитями. То есть вам можно шить, продавать материалы, можно продавать нитки, можно из ниток продавать то, что можно вязать, проводить курсы, которые связаны с шитьем и вязанием, будет очень хорошо получаться. Подскажите, пожалуйста, золотую купюру в семье нужно иметь только одну, и можно у меня и у мужа. Можно и у вас, и у мужа. Есть ли ритуал, чтобы вовремя подписали мужу документы? Есть ритуал. Дело в том, что я не провожу вебинары с целью дарить или рассказывать ритуалы. У нас это все есть во время того, когда я провожу вот такие вот платные вебинары. Платные вебинары, они выглядят так. Эзотерика для бизнеса. Там я рассказываю, как подписать документы, как подписать вовремя документы, как сделать так, чтобы там деньги были, какие обряды существуют, их там сотни. Понимаете? Ну, так не пойдет. Так не пойдет. Я не хочу этого делать. То есть я не тот человек, который дает советы, как изменить свою судьбу во время пятничных бесплатных вебинаров. Сегодня будет посвящение, посмотрим сейчас. Здравствуйте, ученица школы. А, уже 8 часов, да вы что? Ученица школы, скажите, пожалуйста, знаков из дерева нужно тоже зарядить, как знаки на бумаге? Нет, знаки, которые на дереве, заряжать не нужно. Я с этими всеми символами провожу отдельные ритуалы сам. Если у женщины после 30 начались перебои в менструальном цикле, достаточно ли будет пропить ваше женское здоровье? Нет, достаточно будет пропить препарат Климактрикс. А вы обещали практику и мантру подсолнух от врагов, а я выложил. Если сейчас зайти в мою группу, которая сейчас, кстати, функционирует, потому что сейчас прямо в ней люди пишут, там, в этой группе, я выложил мантру и практику от врагов. Это Гаятри мантра от врагов с добавлением последнего слова. И там нужно вырезать в виде подсолнуха, вырезать такой из бумаги подсолнух, покрасить его желтой и черной краской, написать внизу подсолнуха этого имя врага, и после этого положить его там на воду или брызгать водой, уже не помню, и читать там. Ом Троямбакаме Джамагей Сугамден Пушти Варданаур Вару Камива Банханам Ритем Мукчем Амритат. И в конце нужно произнести Бичхрим, 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 Бичхрим 4 раза. И сделать так 21 раз подряд. И после этого тот человек, который вас ненавидит, сразу же становится вашим другом. Удобно, практично, эффективно. Ой. А скажите, Сколько людей у нас на сегодняшний день прошло вторую ступень? Купила шум похудения омоложения. Можно слушать ночью и засыпать под него? Спасибо за ответ. Нет, слушать его ночью с закрытыми глазами, а уж тем более засыпать нельзя. Постареете и поправитесь, и потом меня обвините в этом. Понимаете, я считаю, делать этого не стоит. Можно как-то объяснить, что если человек начал сильно везде опаздывать, и еще все у него наоборот. К примеру, говорит, посижу, идет спать, говорит, пойду спать, сидит и не идет спать. Нужно сделать так.
А, Соня, ну ты даешь. Итак, что нужно делать? Нужно представлять, будто человек находится. Вот смотрите, у вас есть пьющий друг. Или есть друг, или сын, у которого все валится. Какая существует практика? Нужно его звезду поставить на место. Как она выполняется? Я представляю, будто человек – это перевернутая пятиконечная звезда. Я сейчас нарисую. Есть фломастер у нас? Вот. Соня, у тебя нет фломастера, зайка? Ага, хочу звезду нарисовать. Вот, давай. Спасибо большое. Боже, да я художник прямо. Это человечек. В левой руке он держит папиросу, а в правой бутылку. А в нем, видите, перевернутая пятиконечная звезда. Вот смотрите, что бы он ни делал, эта пятиконечная звезда куда-нибудь падает. Видите, она то влево упадет, то вправо упадет. То есть она не может найти. И она вот то сюда упадет, вот так стоит криво. Потом сюда упадет, стоит криво. И получается у человека... Все происходит не так. Что нужно сделать? Нужно выполнять практику. Представлять, будто человек находится в круге. Запечатывать его со словами «Ом Ахум Ха Хо Хри». И представлять, будто вы эту звезду, которая в нем перевернута, с концом вниз, берете рукой и делаете вот такой полный переворот на 380 градусов, чтобы звезда была такой, видите? Вот такой. Чтобы звезда была жесткой, чтобы она стояла на двух этих вещах или на двух своих вот этих углах. Таким образом, когда звезда перевернута, это жизнь несчастная. После этого делайте вдох, обвели человека и поставили звезду правильно, и после этого сделали вновь запечатывание. Делайте два раза в день, человек начнет становиться нормальным. Алкоголик бросит пить, человек, которому не везет, этому человеку начнет везти. Но хочу вам сказать... Если вы это делаете близким, можно. Вы при этом будете тратить психическую энергию в большом количестве. Не забывайте выполнять практику, когда человек делает так. Смеется специально, то есть сидит вот так, где-то так. И после... То есть делайте вот так, находите возможность хоть немножечко как-то находить вот этот потенциал радости. Если вы это будете делать, то тогда у вас все получится. Я жду посвящения, жду посвящения, жду посвящения, жду... Чем заняться сыну после окончания школы? Не может определиться. Не буду сейчас отвечать. Получила в подарок золотую 100-долларовую купюру. Брат привез из Египта. Должна ли ее заряжать? Нет, положить кошелек носите. Прошла. Поймала ссылку. Спасибо. Добрый вечер. Чем мне нужно заняться? Спасибо за ответ. Вы уже занимаетесь эзотерикой. Итак, давайте... Кто прошел вторую ступень, поднимает указательный палец правой руки. Тебе, Алена, не надо. Вам, Таня, тоже не надо. Вам, Лесь, тебе тоже не надо. Кто прошел вторую... Тебе, Саш, тоже не надо. Кто прошел первую, вторую ступень, поднимает указательный палец правой руки, ставит вот так вот руку, закрывает глаза. Пусть все люди, которые сегодня участвуют во время вебинара, получают вот так. Вот так нужно ставить указательный палец и сделать вот так. Вытаращиваем глаза и произносим за мной. Клянусь прожить без страха и боли. И вы произносите, клянусь прожить без страха и боли. И после этого делаем так. Пс-с-с-с.
и дотрагиваемся вот к этому месту. Пс, пс, пс. Теперь запомните это место, к которому вы дотрагивались. Это место, куда в дальнейшем нужно нажать, если вы чего-то боитесь. И когда вы будете чего-то бояться и будете давить это место, то страхи будут сразу же исчезать. А скажите, кто проходил вторую ступень и кто проходил эту практику, действительно помогает это? Потом не боишься, вообще отпускает, потом страх исчезает сам по себе. Андрей Андреевич, когда будут следующие проводы голодных духов? На следующей неделе, скорее всего, сделаем. Дайте, пожалуйста, совет, чем заняться, чтобы достичь успеха. Сегодня я специально выложил на своем канале в YouTube, видео, оно называется «Шокирующие факты о богатых людях». Или там что-то такое, вот название какое-то. Да, а? Не, не 20 фактов, три шокирующих факта, как-то вот так. И очень интересный получился такой отрывок. Как его использовать, этот отрывок? Заходите и слушайте, что нужно делать для того, чтобы реализоваться в жизни и стать богатым человеком. Называется три офигенно интересных факта о богатых. Супер парадокс. 1555 просмотров за 6 часов. Могу вам сказать, что эти факты, они действительно очень работают. Итак, я сегодня закончу, наверное, квартирионом, о котором я раньше рассказывал уже. Квартирион или абсолютно счастливый цикл жизни, он звучит так. Человек должен иметь определенные циклы. Об этих циклах я буду рассказывать сейчас на первой ступени, которые будут проходить. Человек должен предпринимать, дальше тире. Человек должен... Как я там говорил, сейчас скажу. Человек должен обучаться, тире, предпринимать, тире, любить, тире, наслаждаться, тире, обучаться. Видите, человек должен обучаться, тире, предпринимать, тире, любить, тире, наслаждаться, тире, обучаться. Таким образом происходит круг. Вот это тире, это развивать у себя состояние доброты. Вот это тире – это развивать у себя состояние доброты. Если человек соответствует этим элементам, о них я буду рассказывать во время прохождения первой ступени, он автоматически выбирает путь, когда он проживет свою жизнь в абсолютном счастье, в абсолютном финансовом благополучии, абсолютном здоровье. Представляете? Только ради этого есть смысл прийти на первую ступень и посмотреть вот эти мои выводы, о которых я буду рассказывать. Хотя выглядит это все очень просто. Человек без объяснения не сможет сам определить, вот что же я имею в виду. Я это даю обобщенно. Дальше. Три офигенно интересных факта. Хочется сказать, Андрей Андреевич, вы же интеллигентный мужчина. Почему вы так называете свои... Почему так назвали свое видео? Его можно было бы назвать корректнее, красивее и так далее. Когда я называю корректно, то 200 человек за сутки смотрят. А когда я написал три офигенно интересных факта о богатых, то за 6 часов посмотрело 600 человек. Вернее, 1600 человек. Тогда, знаете, это дань моде. Я ничего не могу с этим сделать. Раз мода требует, я использую тизеры, которые очень популярны в Рунете. И нету от этого мне спасения, понимаете. Вот так, собственно, и живем. Очень интересные получились три ключевых принципа, я о них сегодня говорил. Ну что, я считаю, что у нас вебинар состоялся. За ответ про шум для похудения могу уже похвастаться результатом прослушивания его в течение одного месяца, минус 4 килограмма. При этом я совершенно не придерживалась никакой диеты, а наоборот, было много застолья. Огромное спасибо за ваш труд. Ура, видите, шум поработал с ней. Купила деревянный символ «Защита за рулем». Могу давать дочери, когда она за рулем или только на одного человека. Символ работает со всеми людьми, кто за рулем.
Очень хороший символ. А можно себе звезду ставить? Можно себе звезду? Нет. Человек себе звезду пятиконечную не должен ставить. Вы не сможете этого сделать. Ее можно ставить только вместе со мной на морском курсе и только на груди. Вы на груди ставите, а я переворачиваю. Понятно? Вы можете другому перевернуть. Но чтобы перевернуть себе, так не бывает. Почему? Человек не может ощутить энергетическую линию жизни. Мы свою жизнь воспринимаем с позиции такой. Мы ее воспринимаем с позиции двух точек, трех точек. Это воспоминания, будущее и настоящее. Когда человек долго использует эзотерику, то у него прошлое и будущее, и настоящее становятся одной определенной идеей, которая называется, ну грубо, объем. Человек, который долго занимается эзотерикой, этот объем длительное время, ну грубо, проецирует, и после этого он для него становится опорной точкой, на которой он может, ну грубо, энергетически находиться, и на которую он может опираться. Очень запутано это все для понимания, но я могу сказать, что именно вот на этом месте стоит эта звезда. Именно на этом месте стоит эта звезда. Если у человека есть прошлое, если у человека есть настоящее и будущее, оно есть у каждого человека, то использовать или поставить звезду невозможно. Человек должен очень долгое время рассуждать или нарабатывать идею адвайты, как бы сделать ее основным принципом своего существования, находясь в этом состоянии постоянно, что для женщины сделать гораздо сложнее, чем для мужчины. Так как женщина – это человек, у которого гиперразвиты чувства, а чувства, как я уже говорил, порождают потребности, а потребности порождают страдания, а страдания порождают вновь чувства, а чувства порождают потребности, а потребности порождают страдания. И это цикл женских страданий. Мужчинам легче, потому что у них чувства порождают потребности, а потребности реализовываются, если мужчина хочет. Или не реализовываются и вызывают страдания, но мужчинам свойственно реализовывать. И еще, если женщина с чувствами справиться не может, то у мужчин чувства, они хаотичные, то есть они появляются, исчезают, а у женщин они никуда не деваются, они просто меняют место, они либо в голове, либо в груди, либо в животе, либо еще где-то, поэтому ничего с этим сделать нельзя. Женщине жить сложнее, чем мужчине, но приятнее. Поэтому Бог и наказал женщину болезненными родами. Почему? Потому что Бог – это существо думающее, и Бог – это существо, у которого холодное сознание или холодный ум превалирует над всем остальным, над чувствами. То есть сознание – это математика. Женщина при этом нарушает основной путь движения к Богу, она без конца чувствует, понимаете? Она все чувствует, она хочет чувствовать, она в чувствах купается, для нее чувства важны и так далее. Естественно, эти чувства важны, они создают вот такие страдания, и из-за этого женщинам больше, у женщин и больше и радости извращенной, и страданий, понимаете? И это все происходит из-за вот таких чувств. Сегодня не туда куда-то ушли. Андрей Андреевич, почему на фоне постоянной работы над собой возникают внезапные откаты назад? Каждый день отрезаю двойников все равно. И все равно мучаюсь бессонницей, ночные мысли атакуют, так что я не справляюсь, что делать? Для того, чтобы вас ночью не мучила бессонница, я хочу вам дать совет. Закаливайтесь. Я говорю это серьезно. Когда вам ночью нужно ложиться спать, идите под холодный душ, засекайте время и лейте себя из-под холодного душа. Я говорю это серьезно, вы мне потом спасибо скажете. Закаливайте себя не снизу вверх, а сверху вниз. То есть холодное на голову, холодное на грудь, холодное на живот. На ноги холодное лить не нужно. На спину холодное лить тоже, как хотите. Таким образом, я вам могу сказать, что вы и спать начнете, и все восстановится. Не двойников надо отрезать. Нужно проводить, будьте здоровы, проводить обряд такой, который назывался, он у меня назывался Махабхарата Крия Йога. Да? Помните, когда человек делает вдох, представляя, будто у него холод в голову, а потом выдох со звуком хо,
представляя, будто у него вдоль позвоночника горячая энергия стекает в таз. Помните, я рассказывал когда-то Махабхарата Крия или Крия-йога? Нужно заниматься футбольной секцией или это пустая трата времени? Пустая трата времени. Или лучше компьютерные курсы? Лучше компьютерные курсы. Подскажите вопрос по наследству в нашу сторону. Решиться в вашу сторону. По отзывам сегодня обещали розыгрыш. Я очень извиняюсь, я действительно обещал. Но мне для того, чтобы сегодня промониторить это, нужно было время. Поэтому я не успел, поэтому розыгрыш откладывается еще на одну неделю. Я не все видео подготовил, вернее, не все видео промониторил, а помощников у меня нет сейчас, поэтому розыгрыш я разыграю чуть-чуть позже. Скорее всего, на протяжении этой недели я объявлю это у себя в группе в Фейсбуке и на своей странице в Фейсбуке и ВКонтакте. Сегодня расскажете и покажете, как лечить зрение. Нет, нет. Спасибо за вчерашнее целительство. Сосуды в голове реально чувствуются. Вообще, после вчерашнего целительства обычно после целительства человеку ухудшается состояние. Поэтому человек на второй день после целительства чувствует себя плохо. И ноги болят, и руки, и поясницы, и голова, там еще что-то. Это значит хорошо. Это значит, там, где болит, больше болеть никогда не будет. Пусть уже переболит и забудете об этом. Спасибо большое, пожалуйста. Чем полечить фурункулы в ушах? В одном ухе вскочил, созрел, прорвал, в другом нет. И так 5 раз продолжается. Берите обыкновенный, помните, я рассказывал, молоко закипятили, выдавили сок 2-3 лимонов, отцедили творожок и в ушко туда на этот фурункул прикладываете. Фурункул не будет зацветать, исчезнет. Если поприкладывать одну неделю хотя бы, фурункулы в ушах больше появляться никогда не будут. Ребята, кто оплатил Сангаю 2, вам пришло что-нибудь на e-mail? Я оплатил, но ничего не пришло. Обратитесь в службу поддержки. Сделать это необходимо следующим образом. Как им сделать это? Сейчас Евгений напишет. Андрей Андреевич, как вы относитесь к древним славянским агмам? Повторение некоторых реально вызывает сильные вибрации, даже дрожь, но нет нормальных рекомендаций, наверное, утеряны или никому не интересны. Я считаю, что дрожь в теле не показатель ничего. Также я считаю, что древних славянских знаний не осталось, потому что самая старая книга или самая древняя книга, которая была впервые обнаружено, это было слово о полку Игореве. И нет ни одной славянской книги, которая бы могла датироваться ранее, чем слово о полку Игореве. Читали слово о полку Игореве? Это прямо там очень много эзотерики или мало? Ее там вообще нет. Так вот, все тексты, которые были после слова о полку Игореве, это были тексты, в которых практически отсутствовала эзотерика вообще. Там о славянстве вообще не было ничего указано. Это мы догадываемся, что славянство было, догадываемся. А вообще упоминания славянин даже не было, понимаете? Это уже догмы, которые придумали спустя время. Это история, выдуманная в дальнейшем. Поэтому, почему решили использовать слово «славяне»? Потому что так о русичах писали в книгах римляне, греки, что были там русские. Но они писали, что они большие, как кони, у них хвосты, знаете, там что угодно. Знаете, если читать вот ту литературу, то немножечко волосы на голове шевелятся. Почему? Потому что эту литературу никто, никакие цензоры не изучали. И очень многие просто занимались тем, что были авантюристами, брали деньги на то, что они поедут в северные страны, сами где-нибудь прятались и после этого писали книги о том, как они там побывали. И после этого это вызывало у человека, как это в свое время сделал писатель, у которого фамилия была, там, не помню, по фамилии Америк там какой-то, из-за которого появилась страна Америка, потому что он описывал как раз эту страну, хотя он сам в ней никогда не был. Я желаю вам счастья. Карте мечты с эзотерической точки зрения. Я считаю, что какие бы карты мечты не были, они мечты не исполняют. А скажите, кто вообще когда-нибудь делал карты мечты? И скажите, что исполнилось что-нибудь? Если бы мечты так легко исполнялись, то тогда у каждого бы они уже исполнились. Но они, по-моему, исполняются только у тех, кому не надо, чтобы они исполнялись, понимаете?
Дело в том, что когда человек злой, я представляю, какие он может намечтать мечты. Вот почему обычно мечты исполняются только у очень добрых людей. Поэтому, если вы хотите мечтать и хотите, чтобы ваши мечты исполнялись, будьте добрыми людьми. Быть добрым человеком – это необычайно сложный труд. Быть добрым – это не значит казаться всем хорошим. Быть добрым человеком нужно прежде всего к себе, после этого к тем людям, которые с вами живут, и уже после этого с теми, кто с вами встречается на улице. Это состояние доброты, его нужно в себе развивать. Чем добрее человек становится, тем больше у него шансов в дальнейшем сделать так, чтобы его мечты исполнялись. Все. Критиковать – это быть недобрым. Ругаться – быть недобрым. Злиться – быть недобрым. Ругаться с близкими – недобрым. Воспитывать кого-то – недобрым. Требовать что-то у кого-то – недобрым. Тогда что такое быть добрым? Это служение. А что такое служение? Это дарить любовь. Каким образом? Дарить любовь – это значит делать что-то для кого-то совершенно безвозмездно. Представляете? Но это безвозмездное, оно должно быть хорошим. То есть не безвозмездно застрелил человека, а безвозмездно сделал что-то хорошее. Там, поднес кому-нибудь что-то. Когда просто разговаривает, это не любовь. Когда человек хочет что-то сделать для кого-то безвозмездно, это и есть любовь. Любовь в стране – это желать или делать что-то для страны безвозмездно. Тогда люди, которые говорят, я люблю свою страну, они должны знать, что любить страну можно, если для нее делаешь что-то безвозмездно. Тогда нужно спросить, как можно для всей страны делать что-то безвозмездно? Это же невозможно, правильно? Тогда может ли быть такое понятие, как я люблю свою страну? Как? Я понимаю, безвозмездные народные депутаты совершенно безвозмездно, без зарплаты работают в Верховной Раде. Вот это любовь, вот так они любят свою страну. А все остальные заявления «люблю свою страну» – это глупость. Добрый вечер. Чем можно помочь умирающей женщине, когда у нее боли от пролежней, везде, по ее мнению, ученица школы, даже у вас помощи просила, помогала на время, спасибо, внесла пожертвование, спасибо за ответ. Нужно обязательно взять надувной матрас, купить и положить ее сверху на надувной матрас, на шерстяное одеяло, сверху положить просто, не положить ее на такой надувной матрас. Дальше, обязательно каждый день давать ей принимать в ванны с солью, живот при этом смазывать топленым маслом ки или сливочным маслом. Понятно? Ей будет легче. Я знаю, о ком вы говорите. Андрей Андреевич уже отвечал на этот вопрос. Прививки ставить нужно, хотя раньше не поддерживал это. А книги благодарности работают. Книга благодарности работает. И книга благодарности тоже не работает с эзотерической точки зрения, а только ухудшает состояние. А, договорю все-таки. Из-за того, что школа стала очень большой и расширилось количество людей, то я начал получать писем даже не в сотню, а в тысячу раз больше, чем раньше. Если раньше меня контакт блокировал там один раз там, в месяц, то сейчас мне стоит 2 дня побыть в контакте, чтобы он меня блокировал, понимаете? Почему? Количество людей, которые хотят добавляться в друзья, каждый день не менее 200 человек. А их всего 5000 человек или 10 тысяч можно добавить. Количество писем, которые я получаю, оно огромное, потому что есть очень много видео в интернете, 3500 часов выложено. И когда человек начинает искать, то он обязательно находит или выходит на меня, начинает писать письма. И вы знаете, мне для того, чтобы просто прочитать или даже запомнить о ком-нибудь что-нибудь, ну практически сделать это невозможно. Я могу сказать вам, что если вы думаете, что вы мне пишете, а я не отвечаю, потому что я плохо к вам отношусь, то вы ошибаетесь. Я вам хотел бы ответить, но у меня, к сожалению, совершенно нет на это время. И у меня не получается. То есть я могу в день сам, Александр работает, еще есть ребята, которые работают, которые отвечают на письма, и у нас все равно не получается обрабатывать письма, которые приходят в течение дня. Поэтому извините, если вы пишете мне письма, требуете что-то от меня, а также хотите со мной встретиться, это сделать практически невозможно. Почему? Количество людей в школе увеличилось, а это подразумевает, что я не могу каждому уделить даже 1 минуту внимания. Его просто нет. Даже если принимать сейчас в Киеве и сказать в открытую, что я принимаю в такой-то, такой-то день, то со следующего дня начинается аншлаг, люди выстраиваются аж на улицу. Понимаете, ничего сделать нельзя. Блины были и под гусли пели,
о полку Игореве из Казани, но веды у нас все одну корзину свалили. Согласен, веды, веды это вообще культура, культура индийская. Ведическая культура, она основана на четырех основных текстах, которые называются Упанишады. Упанишады – это специальные тексты о самане или шаманские тексты, тексты о магии, которые передавали жрецы друг другу, где происходит или дается тайный элемент объяснения работы вот с магией, объяснения работы с богами, с духами, названия вот этих вот духов и так далее. И вот эти упанишады, их читать может только человек, которого специально предварительно обучают понимать упанишады и читать. Обычный человек в переводе или обычный человек, который найдет на улице эти книги, он ничего из их почерпнуть не может. Там ничего не понятно, ни одного слова. Там бред сивой кобылы, читаешь и ничего не понятно. Как из Огар Яцира, допустим, читаешь эту книгу и совершенно ничего не понятно. Как, впрочем, и Талмуд для непосвященного человека является просто грудой огромное количество информации, которая между собой не соединена ничем. Конечно же, есть такие люди, которые изучают Тору, допустим, там раввины, есть институты Торы. По этим книгам можно предсказывать судьбу, можно предугадывать события, можно что-то делать. И есть там и эзотерика, и она спрятана и так далее. А вы скажите, поэтому такая она сложная, эта практика. Помните часики сознания или часы сознания? Славяне не нация, это... Как люди верили и молились Богу, можно сказать, религия. Ну, мне все равно. А если опаздывание самой, все, сказали. Да. Итак, желаю всем успеха, до свидания, будьте здоровы. Выключай.